Кассета первая. Печаль сатаны. Мария Карелли. Роман. Страница 125. Вы покупаете Виллас Мир? Спросил он стремительно. Да, я сегодня телеграфировал своим поверенным, чтобы они покончили с этим как можно скорее. Я взглянул на Лусио, который рассматривал старого графа с неподдельным любопытством. Я очень люблю Виллас Мир, и так как я намереваюсь много принимать, я думаю, что он будет подходящим, дом. Последовало минутное молчание. Мисс Фитцрой глубоко вздохнула, причем кружевной бант, украшавший ее строгую прическу, задрожал. Диана Чезни подняла голову и посмотрела на меня не то с любопытством, не то с удивлением. «Сибилла родилась в Вилласмире», — наконец сказал граф каким-то сдавленным голосом. «Это придает имению еще большую прелесть», — ответил я мягко, обращаясь к леди Сибилле с поклоном. «Должно быть, много воспоминаний сопряжено у вас с этой местностью». «Еще бы!» — воскликнула она, и в первый раз в ее голосе послышался оттенок страстности. «Во всем мире нет уголка, который я любила бы более». Как часто я играла под тени милых старых дубов, первые фиалки на берегу, а вон, все были сорваны мною. А когда луга покрывались цветами, мне казалось, что я нахожусь в волшебном царстве, коего я царица. «Это так было и есть», — внезапно заметил Лусио. Леди Сибилла улыбнулась, и глаза ее засверкали. Потом она заговорила опять, но более спокойным голосом. «Все это, конечно, очень глупо, но я любила Виллас Мир, да и теперь люблю его. Я помню, как по ту сторону реки играла девочка приблизительно моих лет. Она плела венки из маргариток, и мне так хотелось играть с ней, но няня не позволяла мне, так как считала, что девочка не принадлежит к нашему обществу». При этом воспоминании губы леди Сибиллы сложились в презрительную улыбку. Однако эта сиротка была дочерью весьма известного ученого, настоящего джентльмена. После смерти ее родителей доктор, который ухаживал за ее матерью, принял ее к себе, так как близких родственников ее не было. Эта белокурая девочка никто иная, как Мавис Клер. При этом имени воцарилось нечто вроде благоговейного молчания. Лусио как-то особенно заглянул на меня и спросил: «Вы никогда не слыхали про Мавис Клер Темпест?» Я задумался раньше, чем ответить. «Да, я слыхал это имя, кажется, в литературном мире», — сказал я наконец. Я никогда не обращал внимания на женщин-писательниц, так как не считал их способными достичь чего бы ни то ни было в художественных, музыкальных или литературных отраслях. Женщины, как мне казалось, были сотворены, чтобы развлекать мужчин, а не обучать их. «Мавис Клер — гений», — заметила леди Сибилла. «Если мистер Темпест не слыхал о ней, то, несомненно, услышит. Я часто сожалею, что не познакомилась с ней еще тогда, в дни детства. Глупость моей няни до сих пор возмущает меня». По общественным понятиям она стояла ниже меня, однако теперь она стоит несравненно выше. «Мисс Клер живет все там же. Ее приемные родители умерли, и она нанимает дом, в котором они жили. Она прикупила земли и вообще усовершенствовала и украсила имение. Я не знаю более поэтического уголка, как коттедж лилии, так называется дом знаменитой писательницы». Я молчал, чувствуя себя лишним в этом разговоре, так как был не знаком ни с положением, ни с дарованиями личности, которой все восхищались. Оригинальное имя Мавис, «не правда ли?» — заметил я наконец. «Мавис» — по-английски название птицы. «Да, но знаменательно подходящее. Она поет, как птица». «Но что-то она написала», — продолжал я. «Что же?» «Просто роман», — сказал Лусио с улыбкой. «Однако этот роман обладает редким качеством. Он живет. Надеюсь, дорогой Темпест, что ваша книга будет иметь ту же силу жизненности». Лорд Элтон, погрузившийся в глубокое раздумье с того момента, как Аки объявил, что покупает Виллас Мир, вдруг встрепенулся. «Боже мой, мистер Темпест!» — воскликнул он.
«Неужели вы написали книгу?» «Как он мог не заметить моих объявлений в газетах?» — подумал я с негодованием. «Для чего вы это делаете?» «В вашем независимом положении это непонятно». «Он жаждет славы», — сказал Луся полуодобрительно, полунасмешливо. «Но и без этого у вас слава», — важно заметил старик. «Всякий знает, кто вы». «Мой милый граф, этого недостаточно для нашего даровитого друга», — ответил за меня Лусио, и тень не то иронии, не то грусти затмила блеск его чудных глаз. «Великолепное положение, созданное его богатством, не удовлетворяет его, так как не подымает его выше всякого купца-миллионера. Темпес стремится к другому, и кто осудит его? Он жаждет быть знаменитым путем великих мыслей, божественных инстинктов и чуткого понимания человеческих сердец. Одним словом, ради силы пера, которая разрушает великие царства и осуждает даже королей. В большинстве случаев эта неподкупная власть находится в руках безденежных людей, которые пользуются свободой мысли и пренебрегают чужими мнениями. Богачи почти всегда заняты или сбережением, или тратой денег. Но мистер Темпест решил соединить в себе две враждующие силы природы – гений и деньги, другими словами, Бога и Мамону. Леди Сибилла повернулась ко мне. На ее красивом лице было выражение сомнения и удивления. «Боюсь, мистер Темпест, — сказала она с улыбкой, — что требования общества займут все ваше время и что вам некогда будет писать. Вы говорили мне в театре, что издаете книгу, заключая из этого, что до получения вашего наследства вы избрали профессию автора». Чувство гнева овладело мною. «До получения моего наследства». Что это означало? Разве я и теперь не автор? Неужели у меня нет никакого преимущества, кроме моих миллионов? Я чувствовал, что краснею и бледнею. Лусио пристально посмотрел на меня. «Я и теперь автор, леди Сибилла», — сказал я наконец. «Надеюсь, что в скором времени я докажу свое право на этот титул. Не думаю, чтобы общественные требования могли отвлечь меня от литературного труда, который для меня стоит выше всего в мире». Лорд Элтон засуетился на своем стуле. «Но ваши родственники, ваша семья принадлежат к литературному миру?» — спросил он. «У меня нет семьи, все умерли», — ответил я сухо. «Мой отец был Джон Темпес из Риксмура». Лицо старого графа просветлело. «Неужели?» — воскликнул он. «Я встречался с ним часто на охоте. Вы принадлежите к старому роду, милый сэр. Темпесты из Риксмура чтимы повсюду». Я ничего не ответил. Я был возмущен, но сдерживая и не отдавая себе отчета, почему. «Нас, конечно, поражает, — мягко заговорил Лусия, — когда мы встречаем человека, принадлежащего к старому роду и в придачу обладающего богатством для поддержания своего имени, борющийся из-за каких-то пустых литературных почестей. Вы слишком скромный, Темпест. С вашими миллионами и с поклонениями чтимых предков за спиною вы стремитесь схватить какие-то ненужные лавры. Стыдитесь, мой друг. Вы унижаетесь этим желанием. Зачем вам стоять наряду с бессмертными?» Иронический тон Лузе был замечен присутствующими. Поняв, что он защищает литературу, ставя ее выше власти и денег, я слушал его с благодарностью, но лорд Элтон был, видимо, недоволен. «Все это прекрасно», — сказал он, — «однако не нужда заставляет мистера Темпеста писать, и...» Я не дал ему окончить. «Можно любить труд для самого труда, а не для выгоды», — сказал я. «А Мавис Клер, о которой вы только что говорили, разве она нуждается в заработке?» «Мисс Клер не имеет ничего, кроме своего заработка», — резко ответил граф. «Если бы она не писала, то умерла бы с голоду». И Диана Чезни засмеялась. «Я думаю, что теперь мисс Клер далека от голодной смерти», — и глаза американки весело блеснули. «Она держит своих лошадей, катается постоянно в парке и знакома со всеми представителями High Life. Я слышала, что она деловитая женщина и что издатели обмануть ее не могут». «Сомневаюсь», — игриво ответил граф. «Мне кажется, что сам дьявол не сможет справиться с ними». «Вы правы», — сказал Лусио. «Я думаю, что дьявол, если он существует, не раз шутки ради принимал образ издателя». Мы все засмеялись. «Мне кажется, что Мавис Клер способна справиться со всеми», — заметила леди Сибилла. «Конечно, она не богата,
но она умно тратит свои деньги. Лично я ее не знаю и очень сожалею об этом. Но я читала ее произведения и нахожу их из ряда выходящими. Мисс Клер самостоятельна и вполне равнодушна к чужим мнениям. «Должно быть, она очень некрасива», — перебил я. «Некрасивые женщины стараются всегда сделать что-нибудь, что привлекало бы к ним то внимание, которое они своей наружностью привлечь не могут. Хотя ваше суждение не лишено справедливости, однако к мисс Клер оно не подходит. Она красивая и к тому же умеет одеваться». «Удивительная черта для женщины-писательницы», — воскликнула Диана Чизни. «Большинство из них просто уроды». «Культурные люди», — продолжала леди Сибилла, как будто никто не прерывал ее. «По крайней мере, культурные люди нашего круга смотрят на мисс Клер как на исключение между авторами. Она так же очаровательна, как ее произведение, и ее принимают повсюду. Видно, что ее книги писаны под вдохновением, они всегда полны новых мыслей». «И, конечно, все критики нападают на нее», — сказал Лусио. «Конечно, но мы никогда не читаем критических статей». «Надеюсь, что никто их не читает», — возмутился лорд Эльтон, — «кроме тех, которые их пишут». «Ха-ха, по-моему, это просто наглость со стороны газетчиков советовать мне, что я должен и чего не должен читать. Я вполне способен составить мнение какой угодно книги. Однако я избегаю новых поэтов. Как ада! Я довольствуюсь старыми, а эти критики...» Тут старый лакей подошел к стулу графа и, почтительно нагнувшись, шепнул ему что-то на ухо. Лорд Эльтон нахмурился и обратился к сестре. «Шарлотта, леди Эльтон прислала сказать, что она сойдет сегодня в гостиную. Пойди, пожалуйста, посмотри, чтобы все было сделано для ее удобства». Мисс Шарлотта встала, и граф, повернувшись к нам, прибавил: «Моя жена редко достаточно здорова, чтобы видеть гостей, но сегодня ей хочется немного развлечься после однообразия своего режима. Я сочту за большую любезность с вашей стороны, если вы займете леди Эльтон. Она не может много говорить, но ее зрение и слух великолепны, и она интересуется положительно всем. Да-да», — со вздохом прибавил старик. «Я помню время, когда моя жена была одной из самых блестящих женщин Лондона». «Дорогая графиня», — прошептала мисс Чезни с покровительственной любезностью, — «она еще очень красива». Леди Сибилла взглянула на американку так сурово, что я понял, какой пылкий нрав скрывается под ее светской холодностью, и влюбился в нее еще более, так как женщины с темпераментом всегда нравились мне. Я не выношу чрезвычайно любезных женщин, не способных отозваться на все, что окружает их, иначе как сладкой улыбкой. Люблю видеть огненный блеск гнева в молодых глазах и краску возмущения на розовых щеках. Все это подразумевает пылкость и силу воли, и будет в мужчине инстинкт превосходства и желание покорить то, что кажется непокоримым. И во мне возгорелось то же желание. Когда по окончании обеда я открыл дверь, чтобы дать пройти дамам, леди Сибилла, проходя мимо меня, уронила фиалки, которые были приколоты к ее груди. Я поднял цветы и сделал первый шаг к победе. «Могу ли я сохранить их?» — шепнул я почтительно. Дыхание леди Сибиллы ускорилось, но она посмотрела мне прямо в глаза и улыбнулась, как бы вполне понимая скрытый смысл моих слов. «Можете», — ответила она чуть слышно. Я поклонился, закрыв за ней дверью и спрятав букет в боковой карман, самодовольно вернулся к своему месту у стола. Оставшись наедине со мной, Лусио Эльтон отбросил свою сдержанность и открыто начал ластиться к нам. Во всяком его слове и взгляде проявлялось жалкое желание понравиться. Я твердо уверен, что если бы я предложил ему купить его дочь за 100 000 фунтов, выплачиваемых в день моей свадьбы, то он бы немедленно продал ее. Откидываясь в сторону личную алчность старика, я все-таки сознавал, что мое ухаживание сводилось к денежной сделке, разве только что мне удастся добиться любви леди Сибиллы. Я намеревался попытать все, чтобы возбудить в ней любовь, хотя понимал, как ей будет трудно создать себе мнение обо мне, независимо от моих миллионов. В этом и состоит одно из преимуществ бедняков, преимущество, которое они, однако, ценить не умеют. Если безденежный человек любим женщиной, он знает, что эта любовь искренна и бескорыстна. Но богач никогда не может быть уверен в этом.
Родители и друзья девушек неустанно проповедуют о преимуществах богатого брака. И только редкая, неиспорченная натура могла бы думать о женихе с 5 миллионами фунтов без тени эгоистичного удовлетворения. Крайне богатый человек не может рассчитывать даже на бескорыстную дружбу, а высшая, благороднейшая любовь почти всегда ему отказана. Миллионер, конечно, может жениться на первой красавице мира, может одеть ее в шелк и бархат, покрыть редкими камнями и любоваться ее прелестью, как он любовался бы чудной картиной или великолепной статуей, но он никогда не достигнет тайника ее души, не поймет высших ее сторон. Я думал об этом, как только начал ухаживать за леди Сибилой, но, конечно, не углублялся в эти мысли, как я этого сделал впоследствии. Я наслаждался зрелищем родовитого лорда с сотнями предков, преклоняющегося перед грудами золота, коего представителями были Лусио и я. Я испытывал крайнее наслаждение в том, что мог покровительствовать графу, и обращался с стариком с ласковым пренебрежением, которое, однако, видимо, радовало бы его. Внутренне я смеялся, сознавая, что меня приняли бы совсем иначе, если бы я был просто автором. Со временем я мог бы стать самым выдающимся писателем века, но, несмотря на это, этот самый граф, приютивший американку за 2000 фунтов годовой платы, счел бы крайним снисхождением со своей стороны даже принять меня, смотрел бы на меня сверху вниз, как на нечто весьма неважное, проговорил бы небрежно: человек, который что-то такое пишет, и немедленно перестал бы обо мне думать. Благодаря этому сознанию я и испытывал удовольствие унижать его светлость, и решил, что самый лучший способ для достижения этого было говорить о Виллесмире. Я заметил, что старик содрогался при одном названии своего бывшего имения, и что, несмотря на это, он крайне интересовался моими намерениями относительно этой покупки. Лусио, так умно посоветовав мне приобрести это поместье, ловко помогал мне в моем желании обнаружить настоящий характер старого графа. И, наконец, когда мы докурили наши сигары и выпили кофе, было более чем ясно, что этот представитель старого рода был также способен унизиться из-за денежной выгоды, как и каждый лакей в гостинице. Я никогда не имел высокого мнения об аристократии, и, конечно, последний опыт не разубедил меня. Но помня, что этот расточительный дворянин был отцом леди Сибилы, я обращался с ним с большим почтением, чем заслуживала его низкая алчная натура. Возвратившись в гостиницу, я был поражен мраком, который, казалось, покрыл все благодаря появлению перед камином кушетки леди Эльтон. Эта кушетка напоминала старинный саркофаг, но в самом деле это просто была узкая постель на колесах, искусно задрапированная шелковой материей. Протянутое тело парализованной графини своей неподвижностью казалось мертвым. Но ее лицо, которое она повернула к нам, когда мы взошли, было не тронуто болезнью и обладало еще чрезвычайной красотою. В особенности в нем поражали глаза, большие, ясные и блестящие. Леди Сибилла представила матери меня и Лусио. Старая графиня слегка поклонилась, пристально рассматривая нас. «Какое неожиданное удовольствие, дорогая!» — воскликнул лорд Эльтон, нагибаясь к жене. «Вот уже 3 месяца, как ты не баловала нас своим присутствием. Как ты себя чувствуешь?» «Лучше», — ответила графиня тихо, но внятно, не открывая удивленного взгляда, не отрывая от лица князя Римонес. «Мама находит комнату холодной», — объяснила леди Сибилла. «И мы придвинули ее кушетку как можно ближе к камину. Действительно, сегодня очень холодно». И она задрожала. «На улице, верно, сильный мороз». «Где Диана?» — спросил граф, оглядываясь. «Мисс Чезни пошла к себе, чтобы написать письмо», — холодно ответила ему дочь. «Она сейчас вернется». Леди Эльтон слабо подняла руку и, указав на Лусио, который говорил с мисс Шарлотт, тихо спросила: «Кто это?» «Я говорила вам, дорогая мама», — ласково ответила леди Сибилла, — «что это князь Лусио Римонес, большой друг отца». Бледная рука графини осталась поднятой, как будто внезапно окаменела. «Что он?» — опять спросила она тихим голосом, и рука, внезапно помертвевши, беспомощно упала. «Елена, ты не должна волноваться», — засуетился граф, обращаясь к жене с притворной, а может быть, и настоящей заботливостью. «Неужели ты не помнишь все, что я рассказывал тебе о князе, о его друге, мистере Темпест?» Графиня кивнула головой,
и с трудом, отрывая взгляд от лица, Римонес посмотрела на меня. «Вы очень молоды для миллионера», — с видимым затруднением произнесла она. «Вы женаты?» Я улыбнулся и ответил отрицательно. Ее глаза забегали, останавливаясь с какой-то пытливой внимательностью то на мне, то на ее дочери. Но присутствие Лусио продолжало магнетически действовать на нее. И, указывая на князя рукой, она шепотом сказала: «Попросите вашего друга подойти ближе и поговорить со мной». Римонес инстинктивно повернулся и с тем изяществом, которое характеризовало каждое его движение, подошел к графине и изысканно вежливо поцеловал ее руку. «Ваше лицо кажется мне знакомым», — сказала парализованная дама, начиная говорить с большей легкостью. «Не встречала ли я вас раньше?» «Весьма возможно, дорогая графиня», — ответила Люся вкрадчивым нежным голосом. «Теперь я вспоминаю, что много лет назад я видел очаровательное видение молодости, счастья и красоты Елену Фицрой, раньше, чем она сделалась графиней Эльтон». «Вы были маленьким ребенком в то время», — слабо улыбнулась графиня. «Нет, я не был ребенком. Вы еще молоды, миледи, а я стар. Вы мне не верите? Не понимаю, отчего я кажусь всем моложе своих лет. Большинство моих знакомых старается скрыть свои года, и 50-летний мужчина всегда рад, когда ему дают всего 39 лет. Мои желания иные. Но почтенная старость не соглашается положить свою печать на черты моего лица. Уверяю вас, это даже оскорбляет меня. Так сознайтесь, сколько вам лет», — сказала леди Сибилла, глядя на князя с очаровательной улыбкой. «Не смею сказать», — засмеялся Лусио. «Скажу лишь одно, что, по-моему, возраст не должен считаться по числу прожитых лет, а по прожитым мыслям и чувствам. Основываясь на этом, я чувствую себя старым, как мир». «Однако наука утверждает, что мир молод», — заметил я, — «и что теперь только он начинает сознавать свою силу и выказывать ее». «Этот взгляд оптимистический и неправильный», — отвечал Лусио. «Человечество перешло почти через все намеченные изменения, и конец близок». «Конец?» — повторила леди Сибилла. «Неужели вы верите, что мир придет к концу?» «Безусловно, верю. Однако, выражаясь более точно, мир не погибнет, а только переменится. И эта перемена не подойдет к строю теперешнего человечества, для которого настанет день великого суда. Воображаю, что это будет за чудное зрелище». Графиня посмотрела на князя с удивлением. «Предпочитаю не быть свидетелем этого чуда», — угрюмо произнес лорд Эльтон. «Почему?» — Римонес окинул нас вызывающим веселым взглядом. «Созерцать предсмертную агонию нашей планеты, раньше чем отправиться самим вверх или вниз в приготовленное нам жилище, согласитесь, что это было бы интересно, графиня?» И он обратился к леди Эльтон. «Вы любите музыку?» Больная улыбнулась с нескрываемой радостью и утвердительно склонила голову. Мисс Чезни, только что вошедшая в комнату, услыхала последний вопрос. «Вы играете?» — спросила она, стремительно ударяя своим веером по руке Лусио. Он поклонился. «Да, играю и пою, хотя своеобразно. Я всегда питал страсть к музыке. С ранней молодости, а с тех пор прошла целая вечность. Я часто воображал, что действительно слышу ангела, поющего чарующую мелодию в золотом сиянии небесной славы. Это был чудный и белокрылый ангел, и его голос звучал далеко за границы рая». Пока Лусио говорил, необъяснимое молчание объяло нас. Что-то в его голосе тронуло мое сердце, вселяя в него смутное стремление к высшему и необъяснимую печаль. Темные глаза леди Эльтон, усталые от долгих страданий, внезапно смягчились, как бы отгоняя от себя непрошенные слезы. «Иногда», — продолжал Римонес, — «я люблю верить в рай. Мысль, что где-то далеко существует высший, лучший мир, отрадна даже для такого зачерствелого грешника, как я». «Но вы верите в рай?» — строго перебила его Шарлотта.
Князь посмотрел на нее и слегка улыбнулся. «Сударыня, простите меня, но я не верю в рай, как его рисуют нашим детям. Я знаю, что моя откровенная исповедь вызовет ваш гнев. Лишь я отказался бы жить в раю, коего улицы были бы золотые. Даже понятие о стеклянном море не прельщает меня. Но не хмурьтесь, милая мисс Фицрой, несмотря на все это, я верю в рай, но в иной рай, который часто вижу во сне». Князь остановился, но мы не прерывали молчание, продолжали смотреть на него. Глаза леди Сибиллы были устремлены на Лусио с выражением такого живого сочувствия, что меня это даже покоробило. Я был рад, когда Римонес, обращаясь к хозяйке, спросил: «Не хотите ли меня послушать?» Леди Эльтон что-то пробормотала, проводя его испытующим взглядом, когда он направился к фортепианам. Я еще не слыхал ни его игры, ни его пения, вообще о его дарованиях я знал лишь, что он был великолепный ездок. Но Луси не успел взять более нескольких аккордов, как я чуть не вскочил со своего стула в изумлении. Неужели обыденный инструмент мог издать такие звуки, или в нем крылось волшебство, о котором не подозревали другие исполнители? В недоумении я оглянулся и увидел, как мисс Шарлотта уронила свое вязание, как мисс Диана, лениво расположившись в глубоком кресле, полузакрыла глаза в нескрываемом восхищении. Лорд Эльтон, стоявший у камина и облокотившись на мраморный выступ, прикрыл глаза рукой. Леди Сибилла сидела рядом с матерью, с бледным от волнения лицом, а на исхудалых чертах больной графини лежал отпечаток не то удовольствия, не то боли. А музыка одушевлялась все более страстной силой. Дивные мелодии чередовались одна за другой, как лучи света, играющие между зелеными листьями. Голоса птиц, журчание ручейков и плеск водопадов смешивались с вздохами любви и возгласами веселья. Слышались ноты тоски и безнадежной грусти. Раздавались крики отчаяния, признания, стоны, слезы под шум ужасающей грозы. Внезапно, пока я слушал, какой-то туман заслал мне глаза. Мне показалось, что в полумраке я вижу большие скалы, охваченные пламенем, острова, плывущие по огненному морю, и лица страшные, тоскующие, безнадежные, взглянули из мрака чернее ночи. Чарующие звуки бесконечно лились, впиваясь в мою душу и терзая ее. Мое дыхание стало порывисто, сознание начало мне изменять. Я чувствовал, что должен двинуться, заговорить, закричать, умолить, чтобы эта музыка, эта волшебная предательская музыка прекратилась раньше, чем я обезумею от ее сладострастного яда, когда вдруг с полным аккордом бесподобной гармонии опьяняющие звуки угасли. Никто не заговорил. Наши сердца еще слишком сильно бились, встревоженные этой удивительной лирической грозой. Диана Чезни первая пришла в себя. «Я никогда ничего подобного не слыхала», — дрожащим голосом прошептала она. Я молчал, поглощенный своими мыслями. Эта музыка как будто впиталась в мою кровь, и необъяснимая ее сладость возбуждала во мне ощущения, недостойные меня. Я посмотрел на леди Сибиллу. Она была чрезвычайно бледна, веки ее были опущены, и руки дрожали. Внезапно, неожиданно для самого себя, я встал и подошел к князю, все еще сидевшему за фортепиано. Его руки беззвучно блуждали по клавишам. «Вы маститый художник», — сказал я. «Но знаете ли вы, на какие мысли наталкивает ваша музыка?» Римонес холодно встретил мой пытливый взгляд, повел плечами и отрицательно покачал головой. «На преступный», — шепнул я. «Вы возбудили во мне преступные желания, которых я стыжусь. Я думал, что такое божественное искусство, как музыка, не может этого сделать». Луси улыбнулся. Его глаза отливали блеском холодной стали, как звезды в морозную ночь. «Искусство отражает ум, мой дорогой друг», — сказал он. «Если моя музыка внушает вам злые помыслы, то зло должно быть кроется в вас». «Или в вас», — сказал я быстро. «Или во мне», — согласился он холодно. «Я не раз говорил вам, что я не святой». Я продолжал стоять перед Лусио в каком-то недоумении. Его чрезвычайная красота вдруг показалась мне отталкивающей. Но это чувство отвращения и недоверия длилось недолго, и мне стало стыдно самого себя.
«Простите меня, Лусио», — пробормотал я. «Я высказался слишком резко, но ваша игра довела меня почти до бешенства. Я никогда не слыхал ничего подобного». «Не я», — прервала меня леди Сибилла, подходя к фортепиано. «Это было нечто сверхъестественное. Вы напугали меня». «Мне очень жаль», — ответил князь виноватым тоном. «Я знаю, что я далеко не мастер этого дела. Я недостаточно владею собой». «Вы не мастер?» — воскликнул лорд Эльтон. «Если бы вы играли в публике, то свели бы всех с ума». «От испуга», — засмеялся Лусио, — «или от негодования». «Пустяки! Вы прекрасно понимаете, что я хочу сказать. Я всегда презирал игру на фортепиано, но клянусь, что такой полноты звуков я не слыхал в лучшем оркестре. Это удивительно, великолепно! Где вы учились?» «В консерватории природы», — лениво ответил Римонес. «Мой первый учитель был просто соловей. Сидя на ветке в тихую лунную ночь, он терпеливо объяснял мне, как взять чистую руладу. Его чудесная песнь смешалась со свистом ветра, и я познал всю сложность контрапункта. Сам Нептун создал для меня аккорды в плеске громадных волн на берегу океана. Морской бог почти оглушил меня своим громким взволнованным учением, но найдя, должно быть, что я способный ученик, он внезапно удалился, тихо журча на песчаном берегу. Я понял всю прелесть арпеджио, а последний урок я получил во сне от какого-то существа с распущенными волосами и большими крыльями. Оно спело мне на ухо какое-то слово, непроизносимое на человеческом языке. После многих усилий я нашел нечто подобное в гамме звуков. Конечно, лучше всего было то, что мои учители не требовали вознаграждения». «Мне кажется, что вы не только музыкант, но и поэт», — сказала леди Сибилла. «Поэт? Жальтесь, милая барышня. Как вы можете быть столь жестокой? Как вы можете обвинять меня в такой гнусности? Лучше быть убийцей, чем поэтом. Убийца, безусловно, пользуется большим вниманием публики». Тут Диана Чезни подошла и перебила его. «Леди Эльтон желала бы услышать ваше пение, князь», — сказала она. «Не сделаете ли вы нам это удовольствие? Но спойте что-нибудь простое, незамысловатое, чтобы успокоить наши бедные нервы, раздраженные вашей чудной, но страстной игрой. Вы не поверите, но я чувствую себя совсем расстроенной». Лусио сложил руки с смешным видом виноватости. «Простите меня», — сказал он слащаво. «Я вам прощаю», — нервно засмеялась мисс Чезни, «но на условии, что вы нам что-нибудь споете». «Слушаюсь», — покорно проговорил Лусио и опять присел к фортепиано, взял несколько минорных аккордов и спел следующие куплеты. «Спи, дорогая, спи, в любви найдем мы силу. Скрыть тайну потерпи, она сойдет в могилу. Душевный нам покой не даст ни рай, ни ад. Страсть наша так сильна и горе так велико, что нам не примирить мятежных чувств разлад. И в мире мы с тобой томиться будем вечно. Спи, верной рукой кинжала лезвие в сердца наши вопьется, и как вино рекой кровь алая польется. С дыханием любовь нам грешная дана, если за нее мы прокляты с позором, то по вине богов погубит нас она, и будет наша смерть для них немым укором». Эта странная песнь, переданная сильным, звучным баритоном, полным жизни и страсти, произвела на нас потрясающее впечатление. Мы опять молчали, пораженные скорее страхом, чем удивлением. И опять мисс Чезни заговорила первая. «Вы находите, что это просто?» — сказала она капризным тоном. «Конечно», — ответил Лусио. «Любовь и смерть — это весьма обыденные сюжеты. Баллада эта называется «Последняя песня любви». Говорят, что ее пел любовник перед тем, чтобы убить себя и свою любовницу. Такие случаи бывают каждый день. Вы это знаете по газетам». Он не докончил. Резкий громкий голос прервал его. «Где вы научились этой песне?» Это был голос парализованной графини. Ей удалось слегка приподняться на кушетке. На ее лице был отпечаток безумного страха. Лорд Эльтон быстро подошел к ней. Аримонес с циничной улыбкой на губах встал из-за фортепиано. Мисс Шарлотта, до сих пор сидевшая неподвижно и молча, вскочила и приблизилась к сестре. Но леди Эльтон, благодаря, должно быть, крайнему возбуждению, казалась сверхъестественно бодрой и сильной.
«Оставьте меня», — сказала она нетерпеливо. «Я не больна, я чувствую себя лучше, несравненно лучше, чем все эти последние месяцы. Музыка ободряет меня. Попросите вашего друга присесть ближе ко мне, я хочу поговорить с ним», — прибавила она, обращаясь к мужу. «У него великолепный голос, и я знаю романс, который он пел. Я читала его давно в рукописи, и мне хотелось бы знать, откуда он его достал». Римонес придвинулся к больной с свойственной ему мягкостью движений и сел рядом с ней в кресло, предложенное ему лордом Эльтоном. «Вы воскресили мою жену», — сказал старик. «Я давно не видел ее такой оживленной». И, оставляя их вдвоем, граф перешел к тому месту, где леди Сибилла, мисс Чезни и я разговаривали о батон рампус. «Я только что выражал надежду, что вы и ваша дочь посетите меня в Вилласмире», — обратился я к графу. Брови старика нахмурились, потом деланная улыбка заиграла на его губах. «Мы будем счастливы», — пробормотал он. «Когда вы вступаете во владение?» «Как только это будет возможно», — ответил я. «Я останусь в городе до следующего приема королевы, так как мой друг и я намереваемся представить все ее величеству». «А, да, да, да. Конечно, следует представить. Для нас, мужчин, это гораздо легче, чем для дам. И открытые лифа не обязательны. Кто нас представляет? Кто вас представляет?» Я назвал одного знатного сановника, и лорд Эльтон одобрительно кивнул головою. «Очень достойный человек», — сказал он. «Вы не могли бы найти более подходящего покровителя? А ваша книга, когда она выйдет из печати?» «На будущей неделе». «Мы должны приобрести ее непременно», — засуетился граф с сделанным интересом. «Сибилла, не забудь выписать ее». Леди Сибилла согласилась, но, как мне казалось, вполне равнодушно. «Надеюсь, что вы позволите мне поднести вам мое произведение», — сказал я. «Вы не захотите отказать мне в этом удовольствии?» «Вы очень добры», — ответила она, глядя на меня своими чудными глубокими глазами. «Но мне присылают из библиотеки все новинки, зная, что я читаю все. Сознаюсь, однако, что я покупаю только книги Мавис Клер». Опять имя этой незнакомой авторши. Я был неприятно поражен, но постарался скрыть свое неудовольствие. «Я буду завидовать мисс Клер», — сказал я игриво. «Почти все писатели завидуют ей», — ответила леди Сибилла тихо. «С каким рвением вы ее поддерживаете?» — воскликнул я. «Вы правы. Но я рада, когда кто-нибудь из нас, женщин, выделяется так благородно, как она. У меня нет никакого таланта. Вот, может быть, почему я и преклоняюсь перед талантом в других женщинах». Я только что хотел что-то ответить, когда внезапно раздался отчаянный крик. Крик животного, подверженного пытке. Испуганные и ошеломленные, мы как-то все оцепенели, молча глядя на Римонеза, который быстро подошел к нам с видом глубокого сочувствия. «Боюсь, что графиня не так здорова», — проговорил он мягко. «Не лучше ли нам?» Он не успел докончить, так как был прерван вторым, еще более ужасным криком. Мы увидали, как леди Эльтон начала корчиться в страшных судорогах, размахивая по воздухе обеими руками, как бы защищаясь от невидимого врага. В одну минуту ее лицо так изменилось, что потеряло всякое человеческое подобие. Из стиснутой груди вырывались глухие стоны. «Боже, боже!» — кричала несчастная. «Жалься надо мною! Надо сказать Сибилле! Молиться! Молиться Богу!» С этими словами она тяжело откинулась, безмолвная и бессознательная. Произошло всеобщее смятение. Леди Сибилла и мисс Шарлотта кинулась к графине. Диана Чезни, дрожа от испуга, невольно отшатнулась. Лорд Эльтон бросился к звонку и стал усиленно звонить. «Бегите за доктором», — приказал он удивленному лакею. «С леди Эльтон, сударь, надо ее перенести в ее апартаменты». «Не могу ли я быть чем-нибудь полезным?» — спросил я, вопросительно взглянув на князя, который стоял неподвижно, как воплощение тишины и спокойствия. «Нет-нет, благодарю вас», — ответил граф, сильно пожимая мне руку. «Но графиня не должна была спускаться к нам. Это слишком возбуждающе подействовало на нее». «Сибилла, дорогая, не смотри на мать, это только расстроит тебя». «Мисс Чезни, прошу вас, пойдите к себе. Шарлотта сделает все, что нужно». Два лакея явились, чтобы унести бесчувственную графиню. Когда они прошли мимо меня, неся гробообразную кушетку, один из них потянул шелковое одеяло и прикрыл им лицо страдалицы. Однако я успел увидеть страшную перемену в лице леди Эльтон.
Неописуемый ужас был запечатлен на ее искаженных чертах. Ужас, какой мог бы нарисовать художник, желая изобразить душу, подвергнутую мукам ада. Из-под полузакрытыми веками стояли неподвижно слезы, как стеклянные шары, и в них также отражался безграничный испуг. Выражение лица было отчаянное. Я невольно вспомнил ужасное видение прошедшей ночи, так сильно взволновавшее меня. Леди Эльтон была похожа на тех бледнолицых призраков. С чувством омерзения я отвернулся и обрадовался, увидев, что Римонес уже прощался с хозяином, высказывая ему одновременно свое соболезнование по поводу его семейного горя. Я подошел к леди Сибилле и, взяв ее холодную дрожащую руку, почтительно поцеловал ее. «Я горюю с вами», — пробормотал я, — «и мне хотелось бы чем-нибудь утешить вас». Она посмотрела на меня сухими, спокойными глазами. «Благодарю вас, но доктора предупреждали нас, что у матери будет второй удар. Это грустно. Леди Эльтон может еще протянуть несколько лет». Я опять выразил свою симпатию. «Если позволите, я зайду завтра, чтобы узнать, как вы провели ночь», — прибавил я. «Мы будем вам очень признательны», — тихо ответила леди Сибилла. «Я вас увижу», — прибавил я вопросительно, — «если пожелаете, конечно». Наши взгляды встретились, я инстинктивно понял, что она прочла мои мысли. Я опять пожал ее руку, она не оказала сопротивления. Потом простился с лордом Эльтоном и мисс Чезни, казавшейся очень испуганной и расстроенной. Мисс Шарлотта, вышедшая из гостиной, когда уносили графиню, больше не возвращалась. Римонес сказал еще 2-3 слова графу, и мы вышли в переднюю. Закутавшись в свой теплый плащ, князь загадочно улыбнулся. «Неприятный конец для графини Эльтон», — сказал он, когда мы уселись в карету. «Паралич, пожалуй, самая жестокая кара, которую можно было бы придумать для веселой дамы». «А графиня была веселая?» — спросил я. «Пожалуй, веселая. Это слишком мягкое выражение для нее, но я другого не нахожу. Когда она была молода, ей теперь не больше 45 лет, она позволяла себе развратничать в полном смысле этого слова. У нее была масса любовников. Один из них в критический момент заплатил игорные долги ее мужа. И граф, конечно, это знал». «Это возмутительно», — воскликнул я. «Вы думаете? Однако, если муж позволяет жене иметь любовников, то кто же может обвинить ее? У вас слишком щепетильная совесть, Джеффри». Я задумался. Князь зажег папироску. «Я сделал ошибку сегодня», — сказал он. «Мне не надо было петь этого романса. Дело в том, что слова были написаны одним из любовников ее сиятельства, и графиня думала, что она одна читала эти стихи. Она хотела знать, был ли я знаком с их автором, и я ответил, что знавал его интимно. Я только что намеревался объяснить ей, при каких условиях я встречался с ним, когда внезапно эти ужасные судороги схватили ее и преждевременно прекратили наш разговор». «Какой у нее был отталкивающий вид!» — воскликнул я. «Парализованная Елена современной Трои», — насмешливо заметил Лусио. «Да, ее лицо действительно было непривлекательно. Красота, примененная исключительно к разврату, нередко кончается остановившимися глазами, беспомощными членами и отталкивающим выражением лица. Это месть природы за искажение ее, и месть вечности над грешной душою почти тождественна». «Что вы можете про это знать?» — спросил я, невольно улыбаясь и глядя на его красивое лицо, полное здоровья и ума. «Ваши смешные теории о душе — это единственный абсурд, который я в вас подметил». «Неужели?» «Сознаюсь, что у меня странные, весьма странные понятия о душе». «Я вам прощаю их», — весело сказал я. «Да простит мне Бог мое легкомыслие и мою безграничную самоуверенность. Я готов простить вам все ради вашего голоса. Я не льщу вам, Лусио, вы поете как ангел». «Не употребляйте невозможных сравнений», — ответил он резко. «Разве вы когда-нибудь слыхали ангела?» «Да, сегодня вечером», — ответил я. Лусио страшно побледнел. «Какой комплимент!» — сказал он сделанным смехом, быстро спустив окно кареты, хотя ночь была страшно холодная. «Я задыхаюсь в этой карете. Посмотрите, как блестят звезды.
как алмазы в короне Бога. Суровый мороз, как суровые времена, вызывает блестящие деяния. Там далеко блещет звезда, которую почти не видно. Временами она красная, как живой уголек. Временами синяя, как молния. Я нахожу ее всегда, хотя многим это не удается. Астрономы назвали ее Алгал. Суеверный народ считает ее скверной звездой, приносящей несчастье. Я же люблю ее именно за ее скверную репутацию. И я убежден, что ее обвиняют напрасно. Это может быть холодное отделение ада, где плачущие духи сидят во льду с отворенным их замороженными слезами, или приготовительная ступень к краю. Кто знает. А там ваша звезда, Джеффри, Венера, ибо вы влюблены, мой друг. Признайтесь, что я прав. Я в этом не уверен, ответил я медленно. Во всяком случае, выражение «влюбленность» не подходит к моим теперешним чувствам. «Вы уронили цветы», — прервал меня Луся, поднимая со дна кареты букетик почти завядших фиалок и протягивая их мне. Он улыбнулся, увидав мое смущение, и, должно быть, догадался, что цветы принадлежали леди Сибилле. Я взял букетик молча. «Не старайтесь скрыть ваших намерений от лучшего друга», — сказал князь серьезно, но ласково. «Вы хотите жениться на прелестной дочери графа Эльтона, и вы женитесь. Доверьтесь мне, я сделаю все, чтобы помочь вам». «Вы обещаетесь!» — воскликнул я, не в состоянии скрыть своего восторга, так как вполне сознавал громадное влияние, которое князь имел на старого графа. «Обещаюсь!» — ответил Лусио. «Уверяю вас, что этот брак мне по сердцу, и это дело я устрою. Я не первый раз занимаюсь этим». Мое сердце восторженно забилось, и когда мы расстались, я крепко пожал руку Лусио, выразив свою признательность судьбе, что она послала мне такого друга. После этого знаменательного вечера я стал постоянным и желанным гостем в доме лорда Эльтона и близко сошелся со всеми членами семьи, не исключая мисс Фицрой. Мне нетрудно было понять, что все подозревали мои намерения, и хотя сама леди Сибилла не поощряла меня, так что я даже часто сомневался в возможности исполнения моих надежд, лорд Эльтон открыто выражал свою радость при мысли, что я стану членом его семьи. Такое богатство, как мое, было все-таки редкостью. Если бы я был не автором, а просто мошенником и развратником, мои 5 миллионов дали бы мне право на руку и сердце леди Сибиллы. Ремонес редко сопровождал меня к Эльтонам, уверяя, что он страшно занят и завален приглашениями. Откровенно говоря, я не жалел об этом и продолжал любить его, но сознавал, что рядом с его выдающейся физической красотою и очаровательностью манер моя благовидность бледнела, никакая женщина, видя нас рядом, не могла бы предпочесть меня ему. Однако я не боялся его как соперника, его антипатия к женщинам была слишком глубока и искренна. На этот счет чувства Лусио были так сильны, что я часто удивлялся модным кокеткам, которые старались завлечь его, не понимая, что под его деланной вежливостью скрывался холодный цинизм, что каждый его комплимент дышал иронией, и что в несравненном блеске его глаз таилась глубокая ненависть. Я не считал своим долгом открывать другим все странности изменчивого характера моего друга. В то время я сам обращал на них мало внимания, так как был поглощен собственными интересами и не давал себе труда изучать человека, внезапно ставшего моим Фидус Акларатес. Желая внушить лорду Эльтону должное уважение к моим миллионам, я заплатил несколько из его самых неотложных долгов, наполнил его погреб редкими винами, которых он сам был не в состоянии купить, и одолжил ему довольно крупную сумму денег без процентов и обозначения срока платежа. Таким образом установилось между нами дружеские отношения, вследствие которых лорд Эльтон гулял по парку, опираясь на мою руку, и публично называл меня «мой дорогой мальчик». Но, несмотря на мои частые посещения, я больше не видал парализованной графини. После последнего удара она уже не двигалась. Она жила потому, что дышала, но других признаков жизни не было. Лорд Эльтон сознался мне, что для окружающих всего тяжелее было видеть изумительное искажение ее лица. «Просто страшно на нее смотреть, уверяю вас», — сказал лорд Эльтон, как бы внутренне содрогаясь от одного воспоминания. Ничего человеческого в ней не осталось. Жена обладала выдающейся красотой, но теперь
Ее глаза в особенности ужасны. В них кроется безумное, испуганное выражение, как будто она увидала черта. Это выражение никогда не изменяется. Не могу вам сказать, до какой степени это расстраивает и меня, и мою дочь. А доктора ничего сделать не могут. Я выразил свое сочувствие, и, сознавая, что дом, содержавший такой ужас, не может не повлиять угнетающе на молодое существо, я не терял ни одного случая, чтобы доставить леди Сибилле возможное удовольствие. Все шло гладко и хорошо. Я дарил, подносил ей цветы и не был отвергнут. У меня не было никаких трудностей, никаких препятствий. Я жил эгоистично, исключительно занятый собственным удовольствием. И стая льстецов поощряла меня в этом. Вилас Миркорт принадлежал уже мне, и газеты протрубили этот факт с полным одобрением или с такой же пошлой завистью. Замок был наполнен декораторами и обойщиками, рекомендованными князем Римонес. К раннему лету все должно было быть готово. Я уже пригласил избранное общество на новоселье. Между тем, то, что я когда-то считал за самый важный факт моей жизни, случилось, а именно, моя книга вышла. Предшествуемым громкими объявлениями, мой роман поплыл по предательскому морю общественного мнения. И в этот же день похвальные статьи, заплаченные мною, появились почти во всех журналах и критических обозрениях Лондона. «Ну что же, вы довольны?» — спросил меня Луся, входя ко мне с целой кучей газет в руках. «Нет», — ответил я угрюмо, — «все это так глупо. А чье произведение не может быть замечено без всей этой рекламы, просто ради собственного достоинства?» «Ну а чего бы достойному человеку не проникнуть в общество без денег и без влиятельного друга?» — возразил Луся. Я молчал. «Мир таков, каков он есть», — продолжал Луся. Он подчиняется мелким ничтожным законам и работает для достижения ненужных целей. Одним словом, мир далеко не рай, далеко не счастливая семья дружных братьев, а просто переполненная колония крикливых, ссорящихся обезьян, воображающих, что они люди. О Боге, конечно, и говорить нечего. Про него забыли. «Да, божественного мало в нашем мире», — согласился я с горечью. «В нем несравненно больше дьявольского». Луся улыбнулся тихой, долгой улыбкой, озарившей его лицо, похожее в ту минуту на вдохновенного Аполлона, сочиняющего новую песнь. «Безусловно», — сказал он наконец, — «человечество, конечно, предпочитает черта всякому другому божеству. Если оно избирает его своим вождем, то весьма и понятно, что он властвует там, где его просят властвовать. Однако, Джеффри, я думаю, что этот черт, если он существует, не так черен, как его малюют. По крайней мере, я не думаю, чтобы он был хуже многих современных финансистов». Я громко засмеялся, и мы расстались. Я отправился завтракать в модный клуб, в котором состоял членом, и по дороге остановился перед витриной книгопродавца, чтобы посмотреть, не выставлена ли моя книга. Ее не было. Но на самом видном месте между новинками лежал только что вышедший роман «Мавис Клер», «Разницы». Повинуясь внезапному побуждению, я вошел в лавку, чтобы купить этот роман. Пока мне завертывали книгу, я спросил, хорошо ли она продается. Приказчик посмотрел на меня в изумлении. «Еще бы», — ответил он, — «книги мисс Клер идут на расхват». «Неужели?» — спросил я, сделанной небрежностью. «В объявлениях ничего не было». «Да и не будет», — ответил приказчик. «Мисс Клер теперь так известна, что не нуждается в объявлениях». Я улыбнулся и вышел из магазина с сознанием, что я бросил несколько шиллингов на покупку глупого, пустого произведения женщины. Если Мавис Клер пользуется такой популярностью, подумал я, то ее книги верно принадлежат к разряду железнодорожных романов. Как большинство писателей, я был убежден, что массовая публика ничего в литературе не смыслит, и, несмотря на это, я страстно желал одобрения этой же публики. Конечно, я был в заблуждении, инстинкт правды всегда направляет общественное мнение, заставляет ее отвергать ложное, недостойное и брать только действительно хорошее. Я отправился в клуб и, усевшись в удобное кресло читальни, принялся небрежно перелистывать купленный роман, наслаждаясь заранее его несомненной глупостью и бездарностью. Но я не успел прочитать более 2-3 страниц, как почувствовал прилив страха и зависти. Какая сила одаряла этого автора, эту женщину, посмевшую писать лучше меня?
Таинственная власть ее пера заставила меня признать с горечью и негодованием, что наряду с ней я ничтожество. Ясность мыслей, красота слога, легкость выражений, глубокий анализ — все это принадлежало ей. В приступе бешенства я далеко отбросил ненавистную книгу. О, это неподкупное, всемогущее, непреодолимое качество гения! Я еще не был достаточно ослеплен собой, чтобы не признать этого божественного огня, когда им дышала каждая страничка произведения мисс Клер. Но признать это качество в произведении женщины — вот что для меня было обиднее всего. Женщины, по моему мнению, должны были оставаться на своих местах, то есть быть женами, матерями, няньками, кухарками и экономками. С какого права они вторгаются в святую область искусства, срывая лавры с голов своих властелинов? Если бы мне только удалось поместить в газетах критический очерк этой книги, подумал я злобно, с какой радостью я поднял бы на смех каждую фразу, умышленно искажая настоящее ее значение. Я не знал мисс Клер и ненавидел ее от всей души. Она достигла славы без помощи денег, и критиков не боялась. Я поднял книгу и вышел из клуба, колеблясь между двумя желаниями: прочитать весь роман и отдать должную похвалу ее автору, или разорвать ее на клочки и бросить под колесо проезжающего извозчика. В этом странном настроении Римонес и застал меня несколько часов спустя. «Что с вами, Джеффри?» — спросил он, бросив на меня пытливый взгляд. «Вы, кажется, не в духе, а вы должны были быть вполне счастливым, так как вскоре ваше тщеславие будет вполне удовлетворено. Вы выразили желание, чтобы весь Лондон говорил о вашей книге. Ну что же, про вас уже протрубили во всех газетах, а Мак Винг за ничтожную сумму 500 фунтов напишет такую статью, что все изумятся. Вы окажетесь чуть ли не на одном уровне с бессмертным Шекспиром. Вы ненасытный, мой друг. Положим, слишком большая доза счастья всегда портит человека». С внезапной яростью я бросил перед Лусио книгу «Мавис Клер». «Посмотрите», — сказал я, — «мисс Клер не платит Маквингу 500 фунтов, однако, по словам книгопродавца, все читают ее». «Как вам не стыдно, Джеффри, завидовать женщине? Все-таки, как ни говорите, она стоит ниже нас. И вы позволяете призраку женской славы беспокоить ваш пятимиллионный славный дух? Откиньте свой непонятный сплин, Джеффри, лучше приходите ко мне обедать». И с веселым смехом Лусио вышел из комнаты. Его смех раздражил меня. Быстрым движением придвинул к себе бумагу и чернила. Я начал писать издателя весьма известного вестника, в котором я некогда писал критические статьи. Он знал перемену, происшедшую в моей жизни. Я был убежден, что не откажет мне в моей просьбе. Я выразил ему желание поместить в следующем его вестнике анонимную и злую критику последнего произведения «Мавис Клер». Каких-нибудь 2 недели после появления моей книги мы были представлены ко двору, мой друг и я. Общий вид представляющихся был блестящий. Но, конечно, Лусия своей необыкновенной красотой и изяществом выделялся между всеми. Я успел уже привыкнуть к его красоте, и, несмотря на это, изумился, увидав его в придворном мундире из черного бархата, шитого блестящей сталью. Я был весьма доволен своим видом в новом мундире, но, увидав князя, понял, что наряду с ним я могу служить только в качестве репуаса. Но все-таки я не испытывал по отношению к Лусе и тени зависти. Наоборот, я вполне искренне выразил ему свое восхищение. Мой восторг, видимо, забавил князя. «Все это пустая комедия, дорогой мой», — сказал он. «Вот посмотрите на эту шпагу». И он вытянул из ножен легкую придворную шпагу. «Никакого прока от нее нет. Она лишь эмблема погибшего рыцарства. В былые времена, если кто-нибудь оскорблял вас или любимую вами женщину, трах! Вылетала славная талецкая сталь». Тут Лусия принял вооруженную позу, полную грации. «Вы ранили врага между реврами, заставляя его смыть оскорбление собственной кровью. Но теперь», — продолжал он, складывая шпагу обратно в ножны, «люди вооружаются только в воспоминания былой храбрости. А если что-нибудь угрожает им, они призывают полицию, дрожа за целость своих священных особ. Но нам пора ехать, Джеффри.
С этими словами мы вышли из гостиницы, сели в карету и быстро помчались к дворцу Сент-Джеймса. «Его королевское высочество, принц Валлийский, не творец мира», — заметил Лусия внезапно, когда мы уже подъезжали к дворцу, перед которым была выстроена шеренга солдат. «Конечно нет», — ответил я, смеясь. «А чего это говорите вы?» «Потому что с ним возится, как будто он и есть творец, даже больше того. Создатель мира не получает и половинной доли внимания, которого удостаивается Альберт Эдуард. Мы ничего особенного не надеваем, чтобы войти в присутствие Божие. Даже помышлений своих не ощущаем». «Это только потому, что Альберт Эдуард есть», — ответил я равнодушно. «А Бог? Его как будто нет». Лусио загадочно улыбнулся. «Если это ваше мнение, — сказал он, — оно не оригинально. Много высших умов разделяет его с вами». Князь не успел закончить своей фразы, так как карета остановилась перед крыльцом дворца. Благодаря вмешательству уважаемого сановника, представлявшего нас, мы попали в первые ряды. Пока мы дожидались, я не без интереса наблюдал за выражениями лиц окружающих. Некоторые были нервны, другие — самодовольны. Несколько представителей либеральной партии старались выразить на своих лицах высокую честь, которую они делают его высочеству, представляясь ему. 2-3 джентльмена, видимо, оделись в торопях, так как на пуговицах мундиров еще оставались следы папиросной бумаги, кое бережливый портной обернул их. Заметив эту погрешность, они старательно стали отдергивать бумагу. Это занятие придало им довольно смешной вид. Необычайная красота Лусио поражала всех, и на него смотрели с неподдельным любопытством. Когда мы, наконец, зашли в престольную залу, я отступил на несколько шагов назад, желая посмотреть, какое впечатление произведет мой друг на наследника английского престола. С того места, где я стоял, я мог подробно рассмотреть принца Валлийского. В блестящем мундире, с массой орденов, украшающих его широкую грудь, принц казался преисполненным королевского достоинства, и его сходство с Генрихом VIII, замеченное многими, поразило также и меня. Его лицо, однако, выражало гораздо больше добродушия, чем портреты популярного короля, хотя на этот раз тень грусти, почти суровости, омрачала подвижные черты принца, как будто он был утомлен и чем-то недоволен. Человек неудавшихся стремлений и бессильной воли. Таким он показался мне. Члены семьи королевской были похожи на автоматические машины и принимали весьма мало участия в том, что происходило. Но наследник одной из самых великих империй мира выказывал в каждом своем движении, в каждом взгляде непринужденно вежливое приветствие. Окруженный тунеядцами, лицемерами, льстецами и людьми, готовыми служить ему только ввиду личных выгод, он показался мне, однако, воплощением пассивной, но самоуверенной силы. Я и теперь не могу объяснить себе того прилива почти лихорадочного возбуждения, которое я испытал, когда настала наша очередь. Я видел, как мой друг взял несколько шагов вперед и слышал, как обер-камергер представил его. Князь Лусио Римонес. Потом внезапно все в этой громадной зале как будто застыло. Глаза всех были устремлены на благородную осанку моего друга, когда он с неподдельной грацией отвешивал поклон его величеству. Одну минуту Лусио остался неподвижным перед королевским возвышением, лицом к лицу с принцем, как бы желая чем-нибудь запечатлеть свое пребывание во дворце. Солнечное сияние, до сих пор озарявшее великолепный зал, внезапно омрачилось тенью проходящей тучи. Неуловимое впечатление чего-то безвыходного и безмолвного охватило нас. Необъяснимая сила прикола все взгляды к Римонезу. Никто не двигался. Эта поразительная тишина продлилась, однако, недолго. Принц Валлийский слегка вздрогнул, всматриваясь с таким живым интересом в лицо Лусио, что, казалось, он сейчас нарушит этикет двора и заговорит. Потом, сделав над собой видимое усилие, принц обычным движением слегка склонил голову в ответ на поклон Лусио, который удалился с чуть заметной улыбкой на устах. Настала моя очередь, но, конечно, я никакого впечатления не произвел, хотя при моем имени Джеффри Темпест кто-то из королевской семьи шепнул магические слова «5 миллионов». Слова, которые вызвали во мне обычное презрение, ставшее для меня хронической болезнью.
Мы вскоре вышли из дворца, стоя в передней в ожидании кареты. Я тронул Римонезе за рукав. «Вы произвели глубокое впечатление, Лусио». «Неужели?» — засмеялся он. «Вы льстите мне, Джеффри?» «Нисколько. Но чего вы так долго простояли перед престолом?» «Для удовлетворения собственного каприза», — ответил Лусио равнодушно. «И отчасти, чтобы дать возможность его королевскому высочеству вспомнить меня в следующий раз, когда он меня увидит». «Но и теперь принц, кажется, узнал вас», — заметил я. «Вы уже встречались?» «Часто, но сегодня первый раз, что я открыто представился его высочеству. Придворный мундир и придворные манеры сильно изменяют человека, и я сомневаюсь, что принц действительно узнал меня». Каких-нибудь 10 дней после представления принцу Валийскому между мной и Сибилой Эльтон произошла весьма странная сцена, болезненно запечатлевшаяся в моей памяти. Благодаря, однако, моей самоуверенности, она не вызвала во мне того предчувствия беды, которое можно было ожидать. Приехав к лорду Эльтону однажды вечером, я взошел в гостиную без доклада, как всегда делал в последнее время, и застал Диану Чезни в слезах. «Что такое? Что случилось?» — воскликнул я ободряющим тоном, так как был весьма дружен с маленькой американкой. «Кто бы мог подумать, что наедине вы предаетесь слезам? Или ваш железнодорожный папаша разорился?» Мисс Чези нервно засмеялась. «Нет еще», — ответила она, поднимая свои мокрые глаза. «На бирже все обстоит благополучно. Я только поругалась с Сибилой». «Сибилой?» — повторил я. «Да». И Диана, выставив одну ножку с вышитым башмачке, критически на нее посмотрела. «Видите ли, сегодня вечер у Катланы. Я приглашена, и Сибила приглашена. Мисс Шарлотта страшно утомлена уходом за графиней. Но я была уверена, что леди Сибила поедет. Она ничего не говорила до момента обеда. И тогда спросила меня, в котором часу мне нужна карета. Я остолбенела. «Разве вы не едете?» — спросила я. Сибила окинула меня своим холодным взглядом. «Вы этот взгляд знаете?» Я ответила: «Неужели вы думали, что это возможно?» «Конечно». Я рассердилась и спросила: «Почему это так невозможно?» Леди Сибилла опять посмотрела на меня снизу вверх и едва сквозь зубы процедила: «Катланом? С вами?» Таким презрительным тоном, что я не выдержала. «Хотя вы и дочь графа», — воскликнула я, — «вы не должны презирать мистрис Катлан. Она очень хорошая женщина. Я денег ее в расчет не принимаю, но у нее доброе сердце, которого у вас, по-видимому, нет. И она никогда бы не обращалась со мной так жестоко, как вы». Я задыхалась и закричала бы, если бы не боялась, что за дверью подслушивает лакей. Но Сибила только улыбнулась своей ледяной улыбкой и спросила меня: «Не предпочла бы ли я жить с мистерис Скотланд?» Я ответила: «Конечно нет, ничто не заставило бы меня поселиться у нее». А леди Сибила невозмутимо продолжала: «Мисс Чезни, вы платите моему отцу за его покровительство и положение в высших кругах света, но общество его дочери не входило в условия этой сделки. Я старалась дать вам понять, что я не желаю показываться в людях с вами, не потому что я вас ненавижу, далеко нет, а просто потому, что все начали бы говорить, что я нанятая вами компаньонка. Вы заставляете меня говорить откровенно, и я жалею, что невольно обижаю вас. А что касается вашей мистрис Скотланд, то я встречала ее лишь раз, и она показалась мне невоспитанной. К тому же я не терплю парвеню». И с этими словами леди Сибила вышла из комнаты. И я расслышала, как она заказывала для меня карету к 10 часам. «Мне сейчас пора ехать. А у меня такие красные глаза. Согласитесь, что по отношению ко мне это было жестоко. Я знаю, что старый Катлан нажил свои деньги лаком, но не все ли это равно? Ну вот я вам все высказала, мистер Темпест, и вы можете это передать Сибиле. Я знаю, что вы влюблены в нее». Я был ошеломлен ее быстрой речью. «Право, мисс Чезни», — начал было я, но она меня перебила. «Да, мисс Чезни, все это прекрасно!» И барышня схватила роскошную перелинку, которую я помог ей надеть. «Я только девушка, и не виновата, что у меня грубый отец, который непременно желает, чтобы я вышла замуж за английского вельможу. Это его желание, но не мое. Здесь аристократы, по моему мнению, никуда не годятся, но у меня все-таки есть сердце. Я полюбила Сибилу, если бы она это только позволила. Но она холодна, как лед. Все и вся ей безразлично. Она и вас не любит.
Я об этом сожалею, так как любовь сделала бы ее более человечной. «Мне очень-очень жаль», — сказал я с улыбкой, глядя в лицо молоденькой американки, действительно обладающей добрым сердцем. «Но вы не должны придавать значение таким пустякам. Вы добрая душа, Диана. У вас хорошая, великодушная и прямая натура. Но помните одно. Англичане частенько не симпатизируют американцам. Вы возмущены, может быть, и правильно, но леди Сибилла горда». «Горда?» — перебила меня мисс Чезни. «Но чем ей гордиться? Тем, что один из ее предков был убит в сражении Босворта? Может быть, птицы, которые потом клевали его доблестное тело, тоже возгордились?» Я засмеялся, она тоже, и в эту минуту доложили, что карета подана. «Спокойной ночи, мистер Темпест. Велите доложить Сибилле, что вы здесь. Лорд Эльтон обедал не дома, но Сибилла никуда не едет». Я предложил мисс Чезни руку и повел ее вниз. Когда она уехала, я искренне пожалел ее. Несмотря на слегка грубую внешность, это была искренняя, непосредственная девушка. Но искренность не в моде в высших кругах Лондона и считается невоспитанностью. Я вернулся в гостиную медленными шагами и по пути послал одного из лакеев спросить леди Сибиллу, не выйдет ли она ко мне на несколько минут. Мне пришлось ждать недолго. Я успел лишь два раза пройтись по комнате, когда Сибилла зашла с возбужденным видом, придававшим ее красоте необычайное обаяние. Я обомлел. Девушка была одета в белом, как почти всегда по вечерам, ее волосы не были причесаны с обычной тщательностью, а небрежно спадали густыми волнами на белый низкий лоб. Лицо было чрезвычайно бледно, глаза казались темнее и больше обыкновенного, а на устах скользила едва заметная улыбка. Она подала мне руку сухую, лихорадочную. «Моего отца нет дома», — начала была она. «Я знаю, но я пришел навестить вас. Не позволите ли вы мне остаться с вами несколько минут?» Леди Сибилла молча согласилась, опустившись в кресло, начала перебирать розаны, стоящие в вазочке на столе рядом с ней. «У вас утомленный вид, леди Сибилла», — сказал я мягко. «Вы нездоровы?» «Нет, я совсем здорова», — ответила она. «Но вы правы, говоря, что я утомлена. Я страшно утомлена». «Вы, должно быть, слишком много на себя берете, и уход за вашей матушкой...» Она резко засмеялась. «Уход за матерью», — повторила она, — «пожалуйста, не воображайте, что я так добродетельна. Я никогда не ухаживаю за матерью. Я не могу. Я боюсь. Ее вид страшит меня. Когда я подхожу к ней, она старается заговорить со мной и делает такие страшные усилия, что все лицо ее искажается, нельзя себе вообразить что-нибудь ужаснее. Я умерла бы со страху, если бы видала ее часто. Уже два раза я упала в обморок после свидания с нею. Не могу думать об этом. Этот живой труп с остановившимися ужасными глазами и искривившимся ртом — моя мать!» Леди Сибилла задрожала, даже губы ее побледнели. Я был очень огорчен и выразил ей свое глубокое сочувствие. «Все это вредно для вашего здоровья», — сказал я, придвигая мой стул ближе к ее креслу. «Не можете ли вы когда-нибудь уехать куда-нибудь, чтобы отдохнуть?» Сибилла молча посмотрела на меня. Выражение ее глаз поразило меня. В них не было ни кротости, ни грусти, а скорее что-то вызывающее, повелительное, почти свирепое. «Я только что видел мисс Чезни», — заметил я, чтобы прервать тяжкое молчание. «Она казалась очень несчастной». «Для этого нет никаких причин», — холодно ответила Сибилла. «Разве только та, что моя мать слишком медленно умирает. Но мисс Чезни молода и может подождать. Графство Эльтонов от нее не уйдет». «Но вы, может быть, ошибаетесь», — ставил я мягко. «Несмотря на свои недостатки, Диана и любит вас, и любуется вами». Леди Сибилла презрительно усмехнулась. «Мне никаких чувств от нее не нужно», — сказала она. «У меня мало подруг, и те, которые есть, лицемерны. Когда Диана Чезни станет моей мачехой, мы все же останемся друг для друга чужими». Тема разговора была столь деликатна, что я ничего не ответил, боясь необдуманным словом оскорбить леди Сибиллу. «Где ваш друг?» — сказала она наконец, желая, как и я, переменить разговор, отчего он так редко приходит к вам. «Римонес? Он оригинален и временами питает отвращение к обществу. Луся встречается с вашим отцом в клубе, а своей антипатией к женщинам с
ставшей для него хронической болезнью, он не поступится даже для вас. И он никогда не женится?» — задумчиво спросила девушка. Я засмеялся. «Никогда. В этом вы можете быть совершенно уверены». Опять наступило молчание. Леди Сибилла продолжала играть розанами, но ее дыхание стало порывистым, и длинные ресницы дрожали. Ее чудный безукоризненный профиль напоминал мне задумчивых святых — Фра Анжелико. Внезапно, пока я еще любовался ею, она вскочила с помятым розаном в руках и откинула голову. Ее глаза искрились, и все тело трепетало. «Я не могу!» — воскликнула она порывисто. «Я больше выдержать не могу!» Я также вскочил ошеломленный и остановился перед ней. «Сибилла, отчего вы ничего не говорите? Или я еще недостаточно унижена?» — продолжала она, возбуждаясь все более и более. «Отчего вы не объясняете мне причину ваших посещений, как вы объяснили это моему отцу? Отчего вы не говорите мне, как вы говорите ему, что ваш властный выбор пал на меня? Что я та женщина, на которой вы порешили жениться? Посмотрите на меня!» И трагическим жестом она подняла обе руки. «Разве есть недостаток в товаре, который вы намерены купить? Мое лицо считается достойнейшим лучшего фотографа в Лондоне и продается за шиллинг, благо я одна из красавиц Англии. Мой стан служит манекеном для работы лучших портных и портних, и я плачу половинную цену за платье, потому что служу великолепной рекламой. Мои глаза, губы, руки ваши, если вы желаете купить их. Так зачем же вы медлите? Если вы не уверены, что я достойна вашего золота...» Истерические ноты послышались в ее голосе. Испуганный и огорченный, я подскочил к ней и схватил ее за обе руки. «Сибилла, Сибилла!» — воскликнул я. «Молчите, молчите! Вы возбуждены, утомлены. Вы не знаете, что вы говорите. Дорогая, за кого вы меня принимаете? Отчего вы употребляете такие слова, как покупка и продажа? Вы знаете, что я вас люблю, я своих чувств не таил. Вы могли убедиться в них давно, если до сих пор я и не высказывался, то только потому, что боялся быть отвергнутым вами. Вы слишком хороши для меня, Сибилла. Слишком хороши для кого бы то ни было. Я не достоин ни вашей красоты, ни вашей невинности. Дорогая моя, не волнуйтесь, — продолжал я, так как она трепетала в моих объятиях, как пойманная птица. Что я могу вам сказать, что вы бы уже не знали? Что я обожаю вас всей силой своей жизни, я люблю вас так бесконечно, что боюсь об этом думать. Страсть к вам заполнила меня всего. Я люблю вас слишком страстно для собственного покоя. Я больше не мог говорить. Прикосновение ее мягких, теплых рук лишало меня самообладания. Я поцеловал густые волны ее волос. Она подняла голову и посмотрела на меня. В ее глазах светилось больше страха, чем любви. Но сознание, что она уже принадлежит мне, уничтожило для меня всякие преграды. Я поцеловал ее в губы. И этот долгий страстный поцелуй казался мне вечностью блаженства. Внезапно она вырвалась из моих объятий и оттолкнула меня. Стоя на некотором расстоянии, она так сильно дрожала, что я боялся, как бы она не упала. Я взял ее руку и заставил ее сесть. Сибилла улыбнулась тихой, грустной улыбкой. «Что вы почувствовали?» — спросила она. «Когда?» «Только что, когда вы поцеловали меня». «Все радости рая, все огни ада», — ответил я. Леди Сибилла посмотрела на меня и нахмурила брови. «Странно. Знаете ли вы, что я почувствовала?» Я покачал головой, улыбаясь, и поднес к губам ее маленькую ручку. «Ничего», — ответила она с безнадежным жестом. «Положительно ничего. Уверяю вас, я чувствовать не могу. Я тип современной женщины. Я могу только думать и анализировать». «Думайте и анализируйте сколько вам угодно, моя царица», — ответил я весело. «Лишь бы вы думали, что можете быть счастливы со мною. Большего я не желаю». «А будете ли вы счастливы?» — спросила она. «Подождите, не отвечайте, пока я не откроюсь вам. Вы на мой счет заблуждаетесь». Сибилла замолчала, и я следил за ней с беспокойством. Я всегда готовилась к этому, то есть к тому, что случилось теперь, стать собственностью богатого человека. Многие мужчины приглядывались ко мне с желанием меня купить, но они не могли заплатить цены, которую требовал мой отец. Прошу вас, не огорчайтесь моими словами.
Все, что я говорю, правдиво и весьма обыденно. Все женщины высших классов незамужние женщины. Продаются в Англии так же просто, как на восточных рынках. Я вижу, что вы хотите возразить, уверить меня, что вашей преданности... Но этого не нужно. Я верю, что вы любите меня, как вообще мужчины любят, и я довольна. Но вы меня не знаете. Вас привлекает моя наружность. Вам нравится моя молодость и моя кажущаяся невинность. Но я не молода. Сердцем и чувствами я стара. Я была молода в Вилласмире, когда жила на лоне природы, окруженная птицами и цветами. Но одного сезона в городе было достаточно, чтобы убить мою молодость. Одного сезона балов, обедов и чтения модных романов. Вот вы написали книгу. И вы должны знать, в чем состоит долг автора. Какую серьезную и страшную ответственность он берет на себя, когда посылает в мир книгу, полную безнравственных, ядовитых мыслей, могущих испортить еще чистые, неповрежденные умы. Ваше произведение не лишено благородных побуждений. И за это я уважаю его, хотя оно не так убедительно, как могло бы быть. Роман хорошо написан. Только у меня осталось впечатление, что вы сами не верите в то, что проповедуете. Благодаря этому вы не достигли того, что желали. «Вы правы», — согласился я не без чувства унижения. «Книга с литературной точки ничего не стоит и не переживет одного сезона». «Во всяком случае», — продолжала леди Сибилла, и глаза ее потемнели от напряженной мысли, «вы не осквернили вашего пера пошлостью большинства современных авторов. Скажите мне, неужели вы думаете, что девушка может прочитать все эти романы, рекомендованные ей друзьями, и остаться не испорченной, невинной? Книги, которые входят во все детали жизни извергов, описывают скрытые пороки мужчин и ставят наравне с святейшим долгом так называемую свободную любовь и многоженство, которые не стесняются привести кругу хороших жен и чистых девушек пример женщины, избравшей первого попавшегося мужчину, чтобы иметь от него ребенка, не унизившись до брака с ним. Я все эти книги читала. И что вы можете от меня требовать? Конечно, не невинности. Я мужчин презираю и презираю свой пол и самое себя. Вы удивляетесь моему фанатизму по отношению к Мавис Клер. Но ее книги вернули мне на время уважение к себе и веру в благородство человечества. Она возвращает мне хотя бы только на час смутное представление о Боге, и мой ум чувствует себя ободренным и чистым после чтения ее книг. Все же вы не должны смотреть на меня, как на наивную невинную девушку, Джеффри. Я испорченное существо, воспитанное в современной школе равнодушия и безнравственности. Я молча смотрел на девушку, огорченной, встревоженной, с сознанием, что нечто сокровенное и чистое рушилось и превратилась в пепел у моих ног. Сибилла встала и начала беспокойно ходить взад и вперед по комнате. Ее быстрые движения все же были преисполнены грацией и своей непринужденностью напоминали мне движения хищного зверя. «Я не хочу, чтобы вы обманывали себя», — сказала она, останавливаясь передо мной и глядя на меня пытливо. «Если вы женитесь на мне, то с полным сознанием того, что вы делаете». С вашим богатством вы, конечно, можете жениться на любой женщине. Я не утверждаю, что вы найдете девушку лучше меня. В нашем кругу навряд ли это возможно. Мы все одинаковы. Бездушные, материальные, как героини современных романов. В провинции вы, пожалуй, найдете действительно невинную девушку. Но она может оказаться пустой, что для вас тоже нежелательно. Мое главное достоинство в моей несомненной красоте. Вы признаете ее? Все признают ее. Я сама недостаточно жеманна, чтобы отвергать ее. Что касается моей внешности, то обмана нет. Парика я не ношу, мои волосы собственные, цвет лица тоже натуральный, ресницы и брови не подкрашены. А тонкостью моей талии я не обязана корсетнице. Вы можете быть вполне уверены, что красота моего тела не поддельна. Увы, моя душа далеко не так безукоризненна. И я хочу, чтобы вы это поняли. Я мстительна, раздражительна, нетерпелива, неотзывчива и меланхолична. К
тому же я впитала в себя сознательно или бессознательно все современные понятия. Я презираю жизнь и не верую в Бога. Сибилла остановилась, и я продолжал смотреть на нее с чувством не то обожания, не то разочарования, как дикарь смотрел бы на идол, который он еще любит, но больше не считает божеством. Однако все, что девушка высказала, не противоречило моим теориям. Зачем же мне было жаловаться? Я в Бога не верил. А чего же мне показалось ужасным, что моя невеста разделяет мое неверие? Я невольно держался от живших понятий, что для женщины религии святой долг. Объяснить себе этого понятия я не мог и приписывал его суеверному желанию, чтобы моя жена молилась за меня, на всякий случай. Однако, видимо, Сибилла принадлежала к числу передовых женщин, и ее молитвы для себя я ожидать не мог. Если у нас будут дети, то она не станет учить их с малолетства обращаться к Всевышнему. Я вздохнул и хотел было заговорить, когда Сибилла подошла ко мне и положила обе руки на мои плечи. «У вас несчастный вид, Джеффри», — сказала она смягчившимся голосом. «Утешьтесь. Еще не слишком поздно, чтобы отказаться от меня». Я встретил вопросительный взгляд ее. Глаз чудных, блестящих и чистых, как кристалл. «Я никогда не изменюсь, Сибилла», — ответил я. «Я люблю вас и всегда буду любить. Но мне хотелось бы, чтобы вы не так безжалостно анализировали себя. У вас такие странные мысли». «Вы находите их странными?» — прервала она меня. «Это поражает. Уверяю вас, благодаря газетам, журналам и декадентским романам, я вполне подхожу к типу современной жены». И она с горечью засмеялась. «Ничего нет в замужестве, чего бы я не знала, а мне только что минуло 20 лет. Я давно готовилась быть проданной человеку, который даст подходящую цену. И все глупые понятия о любви, которые я имела, будучи еще совсем юной вилась в мире, давно успели исчезнуть. Идеальная любовь умерла, хуже того, она вышла из моды. С колыбели, приученная к мысли, что ничего нет существенного в мире, кроме денег, я, конечно, смотрю на себя, как на товар, подлежащий продаже. И замужество для меня действительно сделка. Вы знаете так же хорошо, как и я, как бы мы сильно не любили друг друга, но деньги здесь главное дело. Если бы вы были бедный человек, скажу больше, если бы вы не были богаче большинства людей, то кто бы вас здесь принял? И вы должны знать, что я великолепно понимаю свойства этой сделки, и прошу вас не требовать от меня, женщины, по уму и по сердцу, свежей, доверчивой любви молодой девушки. «Сибилла», — прервал я ее, — «вы клевещете на себя. Вы одна из тех, которые могут жить в мире, но не принадлежать ему. Ваш ум слишком чист, чтобы загрязнить от прикосновения с безнравственностью. Я вашим словам не верю. У вас чудный и благородный характер. Умоляю вас, Сибилла, не огорчайте меня вечным напоминанием о моем богатстве, а то я прокляну его. Я любил бы вас так же, если бы был беден». «Пожалуй», — сказала она с загадочной улыбкой. «Только вы никогда не посмели бы признаться». Я молчал. Внезапно Сибилла засмеялась и ласково обвела мне шею руками. «Ну вот, Джеффри, я кончила свою речь», — сказала она, — «и мы можем больше о ней не думать. Я сказала вам правду. Я не так молода и не так невинна, как кажусь. Но я не хуже других девушек нашего круга, так что вам, пожалуй, лучше довольствоваться мною. Я вам нравлюсь, не правда ли?» «Это выражение не соответствует глубине моего чувства», — ответил я с грустью. «Все равно», — продолжала она, — «я вам нравлюсь, а вы хотите на мне жениться. Все, что я прошу теперь, это чтобы вы пошли к отцу и купили меня немедленно. Подпишите купчую. Пожалуйста, не принимайте такого трагического вида», — засмеялась она. «Итак, когда вы уплатите священнику и шоферам в виде медальонов с бриллиантовыми монограммами и гостям в виде шампанского и других угощений, дадите на чай всем лакеям, не забыв того, который будет усаживать нас на свадебную карету. Одним словом, когда все будет кончено, увезите меня подальше из этого дома, где искаженное лицо моей матери не будет преследовать меня, где я испытываю несказанные страхи днем и ночью, где мне снятся такие ужасы». Тут ее голос пресекся, и она скрыла лицо на моей груди. «Джеффри, увезите меня как можно поскорее.
Не будемте жить в этом ненавистном Лондоне, а поселимся в Вилласмире. Может быть, там я найду больше радости, больше счастья». Проникнутый ее умилительной мольбою, я прижимал ее к своему сердцу, чувствуя, что она не ответственна за свои слова, вызванные возбужденным состоянием ее нервов. «Все будет по вашему желанию, дорогая», — сказал я. «Чем раньше вы будете принадлежать мне, тем я буду счастливее. У нас теперь конец марта. К июлю, я думаю, все приготовления к свадьбе могут быть окончены». «Да», — шепнула она, не поднимая своего лица. «А теперь, Сибилла», — продолжал я, — «помните, мы больше о деньгах говорить не будем. Скажите мне то, что вы мне еще не сказали, что вы меня любите, что вы любили бы меня, даже если бы я был беден». Девушка подняла голову и посмотрела мне прямо в глаза. «Я этого сказать не могу», — ответила она. «Я сказала вам, что в любовь не верю. Если бы вы были бедны, я, конечно, за вас не вышла бы. Это вне всякого сомнения». «Вы откровенны, Сибилла». «Лучше быть откровенна, не правда ли?» — сказала она, и, сняв цветок со своей груди, вдела его в петлицу моего сюртука. «Зачем мы будем друг друга обманывать, Джеффри? Вы ненавидите бедность, и я тоже. А глагол «любить» я спрягать не умею. Иногда, когда я читаю книгу Мавис Клер, мне вдруг кажется, что любовь существует. Но я закрываю книгу, и с ней пропадает моя вера. Итак, не просите у меня того, чего я вам дать не могу. Я согласна, я даже рада выйти за вас замуж. Вот все, чего вы можете ожидать». «Все?» — воскликнул я в приливе не то гнева, не то страсти, прижав ее к себе и покрыв ее лицо поцелуями. «Все? Нет, это не все. Вы ледяной цветок, но я научу вас любить. Моя страсть увлечет вас. Вы не можете избегнуть общей участи, дорогое, глупое, красивое дитя. Ваши страсти спят, но они проснутся». «Для вас?» — спросила она, откинув голову и смотря на меня с каким-то таинственным выражением в лучезарных глазах. «Да, для меня». Сибилла засмеялась. «Научите меня любви, и я полюблю», — запела она вполголоса. «Вы должны любить и полюбите», — воскликнул я. «Я буду вашим учителем». «Наука трудная», — ответила девушка. «Боюсь, что вся жизнь пройдет в учении даже с таким учителем, как вы». Ее лицо озарилось улыбкой. Я снова поцеловал ее и пожелал ей спокойной ночи. «Вы объявите князю Римонес о нашей помолвке?» — спросила она. «Если вы желаете». «Конечно, скажите ему сегодня же. Мне хотелось бы, чтобы он знал». Я спустился с лестницы. Леди Сибилла облокотилась на перила. «Спокойной ночи, Джеффри!» — шепнула она ласково. «Спокойной ночи, Сибилла! Не забудьте сказать князю Римонес!» С этими словами она исчезла. Я вышел из дома в страшном волнении. Гордость, восторг и боль наполняли мое сердце. Я был женихом дочери графа и страстно любил женщину, не способную, по ее же словам, полюбить меня. Вспоминая теперь, через промежуток 3 лет, этот период моей жизни, я ясно представляю себе выражение лица Лусио, когда я объявил ему о своей помолвке с леди Сибиллой. Его внезапная улыбка придала его глазам блеск, который я в них раньше не видал. Какое-то странное сияние, выражающее не то гнев, не то презрение. Пока я говорил, он играл с своим любимым, но для меня отвратительным насекомым. Я с брезгливостью смотрел, как это блестящее, отталкивающее существо крепко цеплялось за его руку. «Все женщины одинаковы», — наконец заметил князь. «Мало кто противостоит против соблазна богатого брака». Его замечание рассердило меня. «Вы напрасно все судите с денежной точки зрения. Сибилла любит меня ради меня самого», — сказал я, осознавая вполне, что говорю ложь. Удивленный взгляд Лусио остановился на мне. «Так вот откуда ветер дует. В таком случае искренне поздравляю вас, Джеффри. Завладеть сердцем одной из самых гордых девушек Англии и сознавать, что она вышла бы за вас, даже если бы у вас не было ни одного шиллинга...
Это действительно победа, и вы можете гордиться ею. Поздравляю вас еще и еще. И, отгоняя насекомое, которое начало кружиться по комнате, Луся крепко пожал мне руку. И я чую инстинктивно, что он знает так же хорошо, как и я, что если я был бы простым автором, добывавшим свой насущный хлеб умственным трудом, леди Сибилла никогда не вышла бы за меня, упорно молчал, боясь выдать истину своего положения. «Видите ли», — продолжал князь сделанным радушием, — «я не знал, что ваша холодная невеста обладает такими отжившими взглядами. Любить ради самой любви — добродетель, которая с каждым днем встречается реже. Я думал, что леди Сибилла вполне современная женщина, сознающая важность своего положения, необходимость сохранить это положение перед светом. Сентиментальность, поэзия — все это, казалось, мне не должно находить место в ее натуре. Но, видимо, я ошибался». Тут он протянул руку, и блестящее насекомое мгновенно приняло обычное положение на его пальце. «Мой друг», — продолжал Лусио, — «уверяю вас, что если вы обладаете любовью искренней женщины, вы имеете капитал больше всех ваших миллионов и клад, которым никто пренебрегать не может». Его голос смягчился, глаза приняли менее презрительное выражение. Я посмотрел на него в изумлении. «Я думал, что вы ненавистник женщин», — сказал я. «Вы правы. Я ненавижу женщин. Но почему? Потому что в их руках находятся зачатки добра, а они добровольно превращают их в зло. Мужчины всегда находятся под влиянием женщин, хотя редко признаются в этом. Благодаря женщинам они попадают в рай или ад. Последний путь, конечно, более избит». Брови князя нахмурились, и очертания рта сделались почти суровыми. Я следил за ним, потом с внезапной непоследовательностью воскликнул. «Уберите это ненавистное насекомое, я видеть его не могу». «Что вам сделала моя несчастная египетская принцесса?» — засмеялся Лусио. «Вы жестоки, Джеффри. Однако, если бы вы жили в ее время, вы были бы, пожалуй, одним из ее любовников. Я убежден, что она была очаровательна». «Да она и теперь очаровательна, однако я готов ублажить вас». И он вложил насекомое в хрустальный ящик и унес его в конец комнаты. «Кто знает, в свое время этот маленький дух, пожалуй, страдал немало. Может быть, принцесса вступила в богатый выгодный брак, а потом сожалела об этом. Во всяком случае, я думаю, что в теперешнем своем состоянии она счастливее прежнего». «Я не разделяю ваших ужасных теорий», — прервал я его резко. «Но для меня это существо, будь оно душой египетской принцессы или просто насекомым, одинаково противно». «Что же, несомненно, что между переселившимися душами некоторые могут казаться нам гнусными и омерзительными», — заметил Лусио невозмутимо. «Вы говорите пустяки, Лусио. Что вы можете знать про это?» Внезапная тень грусти омрачила лицо князя. «Вы, должно быть, забыли», — ответил он тихим, ровным голосом, «что ваш друг Джон Каррингтон написал про меня, что в вещах научных я знаток. С научной точки зрения вы меня судить не можете. И вы спрашиваете, как я могу то или другое знать. Я отвечу вам, что я знаю много вещей, о которых вы и понятия не имеете. Не полагайтесь слишком на ваш ум, мой друг, дабы я не доказал вам, что он ничтожен. Не доказал вам, что та перемена, которую вы называете смертью, не что иное, как новая жизнь, которую прожить вы должны, хотите вы этого или нет». Слегка сконфуженный его словами и в особенности манерой, я поторопился извиниться. «Простите меня», — сказал я. «Я, конечно, говорил необдуманно, но вы знаете мои теории». «Знаю». И Луси засмеялся с обычным радушием. «Теперь в моде каждому человеку иметь свою особую теорию. Каждое ничтожное двуногое животное объявляет, что у него свои мнения. Понятия о Боге свои и о дьяволе. Это чрезвычайно смешно. Но вернемся к прежней теме нашего разговора, к любви.
Я чувствую, что недостаточно поздравил вас, ибо судьба, несомненно, улыбается вам. Из всей массы легкомысленных, тщеславных женщин вы получаете образец красоты, чистоты и правды. Женщина, которая, не обращая никакого внимания на ваши миллионы, выходит за вас исключительно ради любви. Можно было бы написать чудные стихи на эту тему. Вы счастливейший человек в мире, и вам желать больше нечего. Я ничего не возразил, хотя в душе сознавал, что условия моей помолвки далеко не соответствуют словам Лусио. Я, который лично смеялся над религией, сожалел, что моя будущая жена не религиозна. Я, презиравший сентиментальность, жаждал проявления каких-нибудь чувств в женщине, красота которой опьяняла меня. Несмотря на все это, я добровольно откинул сожаление и продолжал жить изо дня в день, не задумываясь над последствиями своих действий. В газетах вскоре появилась заметка, что Сибилла, единственная дочь графа Эльтона, помолвлена с известным миллионером Джеффри Темпестом. Не было сказано с известным писателем, несмотря на то, что объявления моего романа продолжали печататься повсюду. Мой издатель Моррисон не мог утешить меня надеждой, что я окончательно добьюсь славы и удержу ее. 10-е издание моей книги было объявлено, но я знал, что не разошлось более 2000 экземпляров, тогда как продажа произведения, которое я так безжалостно раскритиковал, «Разности» Мавис Клер, уже достигла количества 30 000. В начале апреля я в первый раз посетил Вилласмир, так как получил извещение, что почти все работы окончены и что личный осмотр не только желателен, но и необходим. Лусио и я, мы выбрали свободный день, чтобы отправиться туда вместе. По мере того, как поезд летел через зеленые улыбающиеся поля, унося нас все дальше от дыма, грязи и шума современного Вавилона, чувство спокойного удовольствия овладело мной. Первый вид имения, который я приобрел, не дав себе даже труда взглянуть на него, привел меня в неописуемый восторг. Старинный замок был замечательно красив и казался идеальным помещением для семейного тихого счастья. Плющ и жасмин велись по красным стенам и живописным карнизам. Вдалеке между густо посаженными деревьями виднелся серебристый блеск реки Авон. Общий вид природы подействовал на меня утешительно и ободряюще. И я внезапно почувствовал, что с моей жизни снят какой-то гнет, что я вновь дышу свободно и могу пользоваться этой свободой. Я побрел по комнатам моего будущего жилища, любуясь вкусом и искусством, с коим все до мельчайших подробностей было устроено. «Тут родилась моя Сибилла», — подумал я с нежностью любовника. «Тут она будет жить в качестве моей жены, окруженная красивыми и любимыми воспоминаниями своего детства. Тут мы будем счастливы, да, счастливы, несмотря на скучные, бездушные законы нашего современного света». В большой красивой гостиной я остановился у окна, любуясь восхитительным видом, расстилавшимся далеко кругом. И пока я смотрел, теплое чувство любви и признательности по отношению моего друга, благодаря которому я приобрел эту прелесть, наполнило мне сердце. «Все это дело ваших рук, Лусио», — сказал я, обнимая его. «Я никогда не сумею достаточно поблагодарить вас. Без вас я, пожалуй, не встретился бы с Сибиллой, может быть, не слыхал бы ни о ней, ни о Вилласмире, и не был бы так счастлив, как я счастлив сегодня». «Значит, вы счастливы?» — спросил меня князь. «Я предполагал, что нет». «Ну, конечно, я не так счастлив, как надеялся», — сознался я. «Мое внезапное богатство, вместо того, чтобы подбодрить, почему-то угнетающе подействовало на меня». «Это понятно», — перебил меня князь. «Весьма понятно. В большинстве случаев самые богатые люди — самые несчастные». «Разве вы несчастны?» — спросил я его с улыбкой. Глаза Луси остановились на мне с выражением неподдельной, безысходной грусти. «Неужели вы так слепы, чтобы этого не видеть?» — ответил он, и голос его дрогнул. «Как вы можете думать, что я счастлив? Разве моя улыбка, деланная улыбка, которой люди скрывают свои тайные муки от безжалостного взора бесчувственных друзей, может уверить вас в том, что я не имею забот? А что касается моего богатства,
Я никогда не говорил вам о его размере, который, пожалуй, удивил бы вас. Но вы сами только что сказали, что и ваши 5 миллионов угнетающе действуют на вас. А я... Я мог бы выкупить государство, не пошатнув своего состояния. Мог бы свергнуть с престола нескольких королей. Мог бы славить целые страны, сдавить железной пятой финансовых спекуляций, завладеть миром, не ценя его больше, чем я ценю его теперь, когда считаю его пылинкой, кружащейся в бездне, мыльным пузырем, гонимым ветром. Его брови нахмурились, лицо выражало гордость, презрение и печаль. «У вас есть что-то таинственное, Лусио», — сказал я. «Какое-то горе или потеря, которое вы забыть не можете, несмотря на ваше богатство. Поэтому подчас вы такой странный. Когда-нибудь вы, может быть, откроетесь мне». Князь громко засмеялся и хлопнул меня по плечу. «Откроюсь!» — воскликнул он. «И расскажу вам историю моей жизни. А вы, мой дорогой скептик, вы утешьте мой больной ум и уничтожьте воспоминания глубокого горя». Это слова Шекспира. Какая в них сила выражения! Не только горе должно быть искоренено, но даже воспоминания о нем. Эти простые строки дышат глубоким умом. Верно, поэт сознавал или инстинктивно догадывался, что самое ужасное во всей вселенной — это... Что? «Вечное присутствие воспоминания», — ответил Лусио. «Бог ничего забыть не может, и, следовательно, для смертных забвения нет». Я ничего не ответил, но на моем лице должно быть выразилось мои чувства, так как знакомая ироническая улыбка появилась на губах Лусио. «Я злоупотребляю вашим терпением, не правда ли?» — засмеялся он. «Когда говорю о Боге, который, по словам многих ученых, вовсе не существует. Вам скучно? Я это вижу. Простите меня и вернемся к осмотру этого очаровательного жилища. Если вы здесь не достигнете полного удовлетворения, то вы будете чересчур требовательны. С красавицей женой и несметным количеством денег вы можете не жаждать литературной славы». «Я еще могу достичь ее», — ответил я. «Я чувствую, что здесь, окруженный красотами природы, я напишу что-нибудь выдающееся». «Прекрасно. Да поможет вам Аполлон. А теперь пойдемте завтракать, потому что еще успеем пройтись по парку». В столовой был уже накрыт изысканный завтрак, и это удивило меня, так как я совершенно забыл заказать его. Луси, оказывается, обо всем позаботился, послав депешу еще накануне, благодаря чему мы могли вполне удовлетворить не только наш голод, но и наш избалованный вкус. «Обращаюсь к вам с просьбой, Джеффри», — сказал Луси, завтракая, во время завтрака. «До вашей свадьбы вам навряд ли придется здесь жить. Почти все ваши вечера уже разобраны в городе. Вы хотели наполнить дом гостями, но на вашем месте я бы этого не сделал. Вам пришлось бы нанять прислугу, которая положительно ничего бы не делала во время вашего медового месяца. Вот что я предлагаю. Выбрать какой-нибудь день в мае, чтобы отпраздновать вашу помолвку с леди Сибиллой, и позволить мне сделать все нужные для этого распоряжения». Я был в таком настроении, что согласился бы на все, тем более на предложение, казавшееся мне весьма удачным. Римане стал быстро излагать свои планы. «Вы, конечно, понимаете, что когда я что-нибудь предпринимаю, то не терплю постороннего вмешательства. Так как ваша свадьба разлучит нас, хотя бы только на время, я желал бы выказать вам, до какой степени я ценю вашу дружбу и устрою для этого блестящее празднество. Если вы положитесь на меня, то обещаю вам создать нечто неподражаемое, нигде не виданное. Я сочту ваше согласие на мое предложение за личную услугу». «Дорогой мой», — ответил я, — «конечно, я соглашаюсь с радостью. Даю вам карты бланши, делайте, что хотите и как хотите. Это чрезвычайно любезно с вашей стороны. Но какой день назначить? Ваша свадьба состоится в июне?» «Да, во второй половине июня». «Прекрасно. Скажем, 22 мая. Это даст обществу возможность прийти в себя после грандиозного празднества и приготовиться к другому, то есть к вашей свадьбе. Не будемте больше говорить об этом, остальное касается меня одного. У нас еще почти 4 часа времени до отхода поезда, хорошо было бы пройтись». Я согласился, будучи в весьма радостном настроении. С
своей мирной красотой Вилласмир временно очистил мой ум от всяких пагубных влияний. После суетного шума городской жизни благословенная тишина лесов и гор утешала и радовала меня. И я шел рядом с моим другом с легким сердцем и улыбающимся лицом. Я был счастлив и верил в голубое небо, если не в Бога за этим небом. Мы побрели по чудным аллеям сада, ныне принадлежащего мне, прошли через парк и вышли на прелестную дорожку, где кусты покрывались молодой листвой и белые цветы пестрели между свежей зеленой травкой. Недалеке от нас защебетал дрозд. Жаворонок поднялся из-под наших ног и радостно с громкой песней взлетел и скрылся в сияющей синеве. Листовка, сидя на веточке, с любопытством наблюдала за нами. Внезапно Луся остановился и положил мне руку на плечо. В его глазах было тоскующее выражение неудовлетворенности и стремление к чему-то недостигаемому, далекому. «Джеффри», — сказал он, — «слушайтесь в безмолвии земли, внимающей песни жаворонка. Вы никогда не замечали, в каком благоговейном молчании природа ждет божественных звуков?» Я ничего не ответил. Вокруг нас тишина была действительно поразительная. Щебетание дрозда прекратилось, и только чистый звонкий голос жаворонка сладко звучал в безоблачном небе. «В протестантском раю, — продолжал Лусио задумчиво, — нет места для птиц. В нем только самодовольные человеческие души, поющие «Аллилуйя». И цветов нет, и деревьев нет, только золотые улицы. Что за грубое понятие? Как будто мир, в котором живет божество, не должен быть наполнен красотами всех миров. Даже наша маленькая планета красивее этого воображаемого рая, то есть она красивее там, где нет людей. Я протестую, я всегда протестовал против сотворения человека». Я засмеялся. «В таком случае вы протестуете против собственного существования», — сказал я. Глаза Лусио сделались почти черными. «Когда море с диким ревом бросается на берег, оно требует своей жертвы, человечества. Оно жаждет смыть с чудной земли ничтожное насекомое, нарушающее ее спокойствие. Оно всасывает и уничтожает человека при каждом удобном случае, и в этом помогает ему его близкий друг, ветер. Когда гром раздается сейчас после молнии, не кажется ли вам, что даже тучи принимают участие в этой благочестивой войне? В войне против единственной ошибки Бога, сотворения человечества, в усилии стереть людей с лица земли, как вычеркивает негодный стих из хорошей поэмы. Например, вы и я — единственные фальшивые ноты в сегодняшней земной гармонии. Мы не особенно благодарны за жизнь. Мы не невинны, как птицы и цветы. У нас больше знания, скажете вы. Но разве вы можете быть уверены в этом? Наше знание, судя по преданию древа познания добра и зла, пришло нам от дьявола и внушило нам немало самонадеянности, так как мы верим, что мы бессмертны, как боги». «Меня вы не можете обвинить в этом», — прервал я. «Я не раз говорил вам, что не верю в загробную жизнь. Жизни на земле мне достаточно. Я не желаю и не ожидаю другой». «Понимаю. Но если другая жизнь существует, — продолжал Лусио, пристально глядя на меня, — и вас никто не спросит, желаете вы или нет жить. Волей-неволей вы ощутитесь в состоянии самосознания, в котором вы предпочли бы не быть». «Пустяки! — нетерпеливо воскликнул я. — Ради Бога, оставим этот разговор. Я счастлив сегодня, мое сердце радостно, как жаворонок, поющий над нами. Я в великолепном настроении духа и не способен сказать дурного слова даже моему злейшему врагу». Князь улыбнулся. «Вот в каком вы настроении, — сказал он, беря меня за руку. — В таком случае мы не могли бы выбрать более удобного времени для посещения этого красивого уголка». И с этими словами Луся быстро свернул направо в узкую тропинку. Мы сделали несколько шагов и остановились перед прелестным домиком, окруженным густой весенней зеленью и огороженным кустами боярышника и душистого шиповника. «Держитесь вашего настроения, Джеффри, — продолжал Лусио, — и не меняйте добродушного состояния вашего ума. Тут живет женщина, имя и слава которой вам одинаково ненавистны.
а именно Мавис Клер. Кровь бросилась мне в лицо, и я резко остановился. «Пойдемте назад», — сказал я. «Почему?» «Потому что я не знаком с Мавис Клер и не желаю ее знакомства. Я питаю отвращение к женщинам-писательницам. Для меня это существа среднего рода». «Вы, должно быть, думаете о передовых женщинах», — сказал Лусио, — «но вы ошибаетесь. Мавис Клер к этому разряду не принадлежит. Это молодая женщина старого закала. Я считаю, что скорее танцовщица Дерино принадлежит к среднему роду, но вы этого не находите. Наоборот, вы истратили на нее немалое количество денег». «Это не имеет никакого отношения», — отвечал я горячо. «Дерино забавляла меня и не была вашей соперницей», — лукаво улыбнулся Лусио. «Я же думаю, что женщина, выказывающая силу своего ума, достойна большего уважения, чем та, которая показывает только ноги. Однако большинство мужчин предпочитают ноги. У нас еще так много времени до поезда, что мы успеем сделать визит этому гению». «Гению», — повторил я в возмущении. «Глупой женщине, если хотите», — Луси засмеялся. «Мисс Клер забавит вас, пожалуй, не меньше мадемуазель Дерино. Я позвоню и спрошу, дома ли она». Князь придвинулся к калитке, но я остался позади, обиженный и угрюмый, и решил не сопровождать Лусио в случае, если его примут. Внезапно где-то очень близко раздался веселый смех, и чистый голос произнес: «Трикси, какой ты шалун! Отнеси пряник и извинись!» Лусио слегка раздвинул ветки живой изгороди, потом энергично замахал рукой. «Вот она сама!» — шепнул он. «Вот она, некрасивая, кислая, больная писательница. Силы небесные! Она действительно может вселить ужас в душу не только обыкновенного смертного, но и миллионера!» Я посмотрел в указанную сторону и увидел белокурую женщину в белом платье, сидящую на низком садовом стуле с крошечной собачкой на коленях. Терьер ревностно сторожил бисквит почти такой же величины, как он сам, а на маленьком расстоянии сидел великолепный мохнатый Сен-Бернар и махал своим пушистым хвостом, изъявляя признаки самой искренней веселости. Положение было понятно с первого взгляда. Маленькая собака украла у большой бисквит и принесла его своей хозяйке. Эта собачья шутка, видимо, была оценена всеми присутствующими. Глядя на эту маленькую группу, я пришел к заключению, что молоденькая дама в белом не может быть мисс Клер. Эта хорошенькая головка не была сотворена для ношения бессмертных лавров, а скорее для пышных роз, душистых и недолговечных, сплетенных в венок рукой любовника. Эта худенькая женщина не могла вместить ту силу разума, коей дышала книга разности. Книга, которой я втайне любовался, но старался поднять на смех. Автор такого произведения должен был, по-моему, обладать сильной конструкцией тела, резкими чертами лица и суровым взглядом. Эта бабочка, играющая с собаками, далеко не подходила к типу «Бас Блен», и я высказал свое мнение Лусио. «Это не может быть мисс Клер», — сказал я. «Скорее ее гостья или компаньонка. Писательница, верно, ничего общего не имеет с этой легкомысленной женщиной в белом. Несомненно, в парижском костюме, который, видимо, и имеет к этому дому какое-то отношение». «Трикси», — повторил ясный голос, — «отнеси бисквит и попроси прощения». Крошечный терьер обернулся с задумчивым видом, как будто серьезность его мыслей мешала ему вникнуть в то, что ему говорили. «Трикси», — повторил голос более повелительно, — «отнеси бисквит и извинись». С комичным выражением покорности Трикси схватил бисквит и, осторожно держа его в зубах, соскочил с колен своей хозяйки, подбежал к огромному Сен-Бернару, продолжавшему умиленно махать хвостом, и, отдав ворованное добро, залаял, как бы желая сказать: «На, возьми!» Сен-Бернар лениво пристал, понюхал сперва бисквит, потом своего маленького друга, как бы не зная, кто это, потом опять прилег и с видимым наслаждением начал жевать. Эта маленькая комедия еще продолжалась, когда Лусио отошел от забора и, подойдя к калитке, позвонил. Миловидная, опрятная девушка явилась на звонок. «Мисс Клер дома?» — спросил князь. «Дома. Но я не знаю, примет ли она вас», — сказала девушка. «Может быть, у вас назначено свидание?» «Нет», — ответил Лусио. «Но если вы возьмете наши карточки...» Тут он обернулся ко мне, настаивая, чтобы я дал свою. «И передадите их, мисс Клер. Она, может быть, будет так любезна, что примет нас». Римонес говорил так ласково,
что, видимо, расположил к себе горничную. «Войдите, пожалуйста», — сказала она, улыбаясь, открывая нам калитку. Лусия быстро взошел, и я, решив всего несколько минут назад ни за что не входить, невольно последовал за ним и переступил порог виллы «Лилий», которая со временем должна была стать единственным убежищем тишины и безопасности, которого я жаждал, но достичь не мог. Дом оказался гораздо больше, чем можно было предположить, глядя на него снаружи. Входная зала была четырехугольная, высокая, обложенная старым резным дубом. Гостиная, в которую нас ввели, показалась мне одной из самых красивых живописных комнат, которые я когда-либо видел. Цветов было бездна, книги редкие, «Objets d'art», которые могла бы только женщина с безукоризненным вкусом, виднелись там и сям. А на боковых столах и на фортепиано стояли фотографические портреты европейских знаменитостей. Лусия медленно прошелся по комнате. «Вот портрет короля Италии», — тихо заметил он, — «собственноручной подписью, а тут должно быть для контраста склокоченный Подоревски, рядом с ним вечная Патти и принц Валийский. Заметьте, что все карточки подписаны. Видимо, мисс Клер привлекает замечательных людей без помощи миллионов. Как это ей удается, Джеффри?» Его глаза иронически сверкнули, или мы действительно имеем дело с гением? «Посмотрите на эти лилии», — продолжал он, указывая на окно, наполненное душистыми белыми цветами. «Разве они не красивее мужчин и женщин? Они безмолвны, но красноречивы своей чистотой. Не мудрено, что художники выбрали их как единственные цветы, достойные ангелов». Пока князь еще говорил, дверь открылась, и женщина, которую мы видели в саду, взошла, держа одной рукой маленького терьера. Неужели это была Мавис Клер? Я был в недоумении. Луся подошел к ней с видом униженности и подобострастия, которые крайне удивили меня. «Простите нам наше непрошенное посещение, мисс Клер», — сказал он, — «но мы проходили мимо вашего дома, и искушение войти к вам было слишком велико». «Мое имя Римонес», — прибавил он с легкой запинкой. «А это мой друг, мистер Джеффри Темпест, известный писатель». Тут молодая дама посмотрела на меня, улыбнулась и слегка поклонилась. «Вы верно знаете, что он теперешний владелец виллы Смиркорт. Вы соседи и, надеюсь, будете друзьями. Во всяком случае, если мы виновны перед вами тем, что посмели посетить вас, не будучи представлены, то прошу прощения. Трудно, а для меня даже невозможно пройти мимо дома знаменитости, не отдавшей дань ее таланту». Мавис Клер, это была она, не обратила внимания на любезный комплимент. «Я вам очень рада», — сказала она просто и с любезной грацией пожала нам руки. «Я привыкла к посещениям незнакомых людей. А мистера Темпеста я уже знаю понаслышке. Садитесь, пожалуйста». Она указала нам на стулья рядом с украшенным лилиями окном и позвонила. Горничная явилась. «Чаю, Лиза». Отдав это приказание, мисс Клер уселась рядом с нами, все еще держа на руках свою маленькую собаку. Я хотел начать разговор, но не находил слов. Ее вид наполнял меня чувством бесконечного стыда. Она была так тиха, так грациозна, так непринужденна и проста, что, припоминая статью, в которой я раскритиковал ее, я почувствовал себя глубоким мерзавцем. Однако я ненавидел ее талант, сила и неподдельное качество которого привлекали внимание света. Она обладала гением, и я завидовал ей. Взволнованный самыми разнородными ощущениями, я обернулся и стал глядеть в сад. Я слышал, как Лусио легко касался вопросов литературных и общественных, изредка вызывая в мисс Клер веселый звонкий смех. Внезапно я почувствовал, что она смотрит на меня. Я повернулся и встретил взгляд ее глаз, темно-синих, ясных и серьезных. «Вы в первый раз посещаете Велосмир?» — спросила она. «Да», — ответил я, стараясь казаться непринужденным. «Я купил имение без осмотра по совету моего друга, князя Римонеза». «Да, я слышал», — ответила она, пытливо вглядываясь в меня. «Что же, вы довольны вашим приобретением?» «Более чем доволен. Я очарован. Оно превосходит все мои ожидания». «Мистер Темпес помолвлен с дочерью прежнего владельца», — заметил Лусия. «Вы верно читали об этом в газетах?» «Да», — улыбнулась мисс Клер. «Читала и думала,
что можно поздравить мистера Темпеста. Леди Сибилла красавица. Я помню ее с детства, и хотя никогда не говорила с ней, но видала ее часто. Она, верно, очарована возможностью вернуться невестой в имение, где родилась, и которая так горячо любила. Тут горничная взошла с чаем, и мисс Клер, спустив с колен свою собачку, встала, чтобы разлить его. Я следил за ее движениями с невольным восхищением. В своем белом платье, свежим розаном в кружевах корсажа, она напоминала картину Греза. Когда она повернула голову, солнце осветило ее волосы, превращая их в золотое сияние. Но мисс Клер не была красавицей. Она имела какую-то необъяснимую прелесть, не бьющую в глаза, но действующую тайно, как запах душистого шиповника в живой изгороди, которая услаждает всю окружающую атмосферу, хотя самих цветов не видать. «Ваша книга очень умна, мистер Темпес», — сказала она внезапно с улыбкой. «Я прочла ее, как только она вышла. Но мне кажется, что ваша статья еще умнее». Я густо покраснел. «Какая статья?» — спросил я, невольно запинаясь. «И ни в каком вестнике я не пишу». «Нет», — и писатель навелись, весело засмеялся. «Но для меня вы сделали исключение. Как вы разнесли меня! Уверяю вас, мне это даже доставило удовольствие. Я узнала, кто автор этой критики, не через редактора, нет. Он очень сдержан, но через одного моего друга, которого не назову. Но какой у вас несчастный вид!» Ее голубые глаза засверкали. «Неужели вы думаете, что я была обижена вашей статьей?» «Конечно, нет. Все эти нападки нисколько не оскорбляют меня. Только ваша критика была чрезмерно смешна». «Смешна?» — повторил я, стараясь улыбнуться, чтобы скрыть свое смущение. «Да, смешна. Вы были так злы, что это было забавно. Мой бедный роман. Я искренне сожалею, что он так рассердил вас. Гнев всегда вредно действует на здоровье». Мисс Клер опять засмеялась и села на свое прежнее место. Сказать, что я чувствовал себя глупым, выражение слишком слабое. Эта женщина с молодым безоблачным лицом, мягким голосом и, несомненно, счастливым нравом вовсе не подходила к тому типу, который я рисовал себе в воображении. Я пытался сказать, что у нее подходящее, но не находил слов. К моему счастью, в эту минуту внимание было отвлечено от меня странным поведением собачки. Трикси, усевшись как раз против Лусио, подняла голову и завыла так заунывно и так громко, что этот звук, исходящий из столь маленького тела, казался неестественным. Мисс Клер крайне удивилась. «Что с тобой, Трикси?» — воскликнула она и, подняв собачку, ласково обняла ее. Крошечное животное продолжало дрожать и стонать. Мисс Клер пытливо взглянула на Лусио. «Ничего подобного никогда не случалось с ней», — сказала она. «Но, может быть, вы собак не любите?» «Мне кажется, что скорее они меня не любят», — вежливо ответил Лусио. «В таком случае простите меня», — и мисс Клер вышла из комнаты и вернулась уже без своего любимца. Я заметил, что после этого случая ее голубые глаза не раз пытливо останавливались на красивом лице Лусио, как будто что-то в нем не нравилось ей и внушало недоверие. Между тем я уже успела владеть собою. «Я очень рад, мисс Клер», — сказал я тоном, который даже мне показался покровительственным, — «что моя статья не обидела вас. Она была резка, но у каждого человека свои взгляды». «Безусловно», — тихо ответила она. «Мир был бы очень скучен, если бы было иначе. Ваша критика была умно составлена, но не оказала ни малейшего влияния ни на меня, ни на мою книгу».